Понял. Ралли готов. Ралли готов. Сейчас, через 7 секунд. Давайте. Аккуратнее, опять же, смотрите. Не идите по траншеи, там явно будет мин. Смотрите в этих самых, в проломе, в... Все, пошли на флаг, нас хватит. У меня 10 секунд еще. Скажи, что он на манор толпой на... Толпой сразу надо. Бомба с крызак, да он... Толпой сразу в куче. Короче, испанцы от манора на... Повтори. На западе испанцев. Смоки закидывать? Да. Ну убейте. Кто за мной был-то? Где-то в доме есть враг. Керст, what? Убили его? Там HQ один. Все нормально. Проверьте потом дом, то в наше, там Dream TV. Сейчас пожалуй возьмем, потом я. Четвёртый сквад, который атакует радар. Кто-нибудь. Отправь их куда-нибудь еще, они не возьмут радар. В домике один противник. Американец сбежал. Может нам на манор съездить? Сядьте кто-нибудь в машину, кто хочет машину. Давайте, четыре машины, машинку помещаем. Идут. Your attack failed? Они шли с 11. Там был только HQ, отряд. Там сейчас один сам перешлют. HQ в доме. Давайте, у меня еще 100 секунд, пока броняем фарм. HQ в доме. Так, смотрите, вот там у нас ралик упал. Поставьте ралик, два человека, поставьте ралик на метке. Давайте, Роер и Dream TV, не Dream TV, а радио, поставьте ралик на метке. Я слышу их ралик, на мне, кручусь на карте. А вот, где я тут нашел ралик? Тут враги прям во флаг-зоне, слышите? Ралик вынесли. Да, у нас ралик упал, поставьте ралик. Если танк уничтожит, это не выйдет. No, squad 4, defend farm. А возле пушки, где сидят? No, Kerst, wait. We need crossroads. No, Germans, you stay at crossroads. Copy that, yes. Нет, он не к нам едет, Ладно, значит... Со стороны пушки идут. Противник там. Бля, да, меня грохнули в траншит. Значит, блять, там сказали обороняться пока. Все понял. Где-то спавнится прямо на мине. Где я тебя могу раздефьюзить, я инженер. Да нет, я взорвался уже сразу же, понимаешь? Кто хилку даст? Скиньте хилку, у меня. Все, отлично, отлично. У нас 5 флагов сейчас будет. Годул. Ты где? Я сзади по траншеям иду. Машин, вы видели? Проехал. Ага, возможно. Спасибо. Вот она. Кого застрелил? Извини. Кто там? Там Lord of Olivis стрелял. Машина проехала мимо нас. Манор под атакой испанцев, куча пехоты там. Радио может поехать. Just keep defending for now. Машина была севернее нашего ралика. Машинка к нам, она здесь. Она заезжает, объезжает. Танк у вас был слышен, нет? Я приехал. Смотрите, на юге машинка появилась. Ага. А Dream TV или Лёлик, у вас есть хилка? Дайте мне ее, пожалуйста, опять. Погоди. Дайте, помогите Dream TV. Да где вы это? Вот тут я. Кинька, спасибо. Они установили прям херню какую-то. Еще машинка. А, Керст? А, это наш. Yes. Господи, напугал. Керст, you can begin your attack in enemy rally to destroy that combat. Так, народ, давайте. Суицид?
Нет, не суицид, не суицид. Че? Мы Пако можем выдвинуться на Франк и Вилли. Не, нет, я не могу атаковать, меня нашли, я раненый. Они сейчас мы сюда без спад пришли. Мы можем атаковать, сами идти. Керст, are you going to start your attack? No, 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 they found me, they know I'm here. Слышу танк какой-то. I think we better hold for now. Он не какой-то, он один единственный. Yeah, let's hold the flags. Ну так, народ, едут... пока атакуйте Брикурт Манор. Атаковать? Turbo, Turbo, we don't have a rally. It's too close, hold on. Керс, ты посылаешь наш на танк? Чё? На знаке вопроса пехоты ранее. Угу, понял. Пехота с севера бежит. Пехота с севера? Сейчас посмотрим. Двигайте на Брикурт Манор. Танк, okay, где? Керст. Но в стороне Breaking Banner. Я его визуально не вижу, но слышу с той стороны. Окей, okay. I need some more time. I need some more time. I send my squad to Breaking Banner for now. They are looking for me. Fucking, yeah. Большое количество пехоты по метке артиллерии. Так, народ, yeah. Давайте, кто мертвый, не спаунтесь. Камикадзе в кустах на севере к Брикот Мандер. Ну, cool мертвые, не спаунтесь. Там танк, что ли? Да, приехал. Уничтожили танк? О, красавчик. Я тогда беру споттера. Давайте, ралли готов, все на ралли, атакуем Франкфурт. Блин, чё ж ты не сказал, ты уже заспаунился. Ладно, пофиг. Я же сказал, не сп... аккуратнее, я не знаю, что мы здесь. На меня прям бежал, гад, я... Да, я убил. А, давайте, давайте, один нет. За мной, один за мной человек. Ай, чуть левее пулеметчик, прям на тебя смотрит. Народ, ближний, за мной. Лёлик, за мной, за мной, за мной. А я не знаю, успею убежать. Успеешь, успеешь, давай, давай. Все остальные атакуют флаг. Какой? Ближний, а, ближний. Тандерман меня. У тебя большой выбор там. Requesting mortar for my marker at Echo Foxtrot 5 at the end of the gun battery. Мы атакуем Керс, да? Так, Козовский, оставайтесь там, где ты есть. А вы спали? Ралли, если тебе бежать? Пулеметчик. Нет, нет, оставайтесь там, где ты есть. Good, there's a bunch of Yankees in there. А, так. Play some rounds in there. Copy that. Fire now. Нас напряли. Я жив, конечно. Лёвик, впереди, около стены лежит прямо у края. Здорово, Сталин. А так, Козовский, мы тут с тобой в резерве пока, что переставим ралик. Пароль банд. B-A-N-D. Да, это хорошо. SSC. Yes? Curse, yes? SSC, Франквилль, спот флаг. Спасибо, что не убили чуть. А please drop some smoke. Drop some smoke on fire. Они тут перед тобой. Меня убили. Да, я знаю. Давай, Козовский, за мной, за мной, за мной. Меня убило. Радио Готал, аккуратней к вам идет. Germans, you can do some recon, do some probing at radar bunker. If it's empty, you can capture it. Я Просто убивать больше людей. Probably somewhere. Charlie 6, Dog 6. Seems like Spaniards are defending the manor. An enemy steward is approaching farm from Echo 7. Спаунтесь на ганбаттере. Керс, you lost your rally? Надо защищаться лучше, наверное, пока нет. CC, tank spotted north east farm. В принципе, да. Ну там Тандерман, и там у них большой отряд. CC, we will attack, Russian squad will attack Brickwood Manor. Okay, sure. А это нормально то, что спаун на ганбаттере в упор брик номер? Да, так, давайте спаун себе такую Crossroads, heavy attacks. У меня тоже вот... Давайте на Crossroads, народ, на Crossroads. Yeah, sure. Мертвый на Crossroads, отбороняй пока Crossroads. Точка спауна нет там. Сильная атака на Crossroads. А там нет точки спауна на Crossroads. А значит, с главной базы поставьте там ралик пока. Я снимаю флаг.
Флаг наполовину снят. Все, флаг поднимает. Какой флаг? Флаг Thunderman Hero на Франквилле. Они, у них весь квад тут на Франквилле, весь квад. Угу, отлично. Уважаемо. Где сквад? А, как кроссфорд броняем. А, ждать пока ты не пьешь. Сможешь налево, пока там можешь кем-то ради к этой штуке? Я попробую пойти. Бегите на точку. На какую точку? На кроссроуд. Кроссроуд броняем пока. Нам кидать не? Да, поставьте ралик пока. Я попробую на бункер пройти. Так, херово. Ралик уничтожили. Фарм захватывают. Вражеский. Куда поставить? Да? Оставь, где есть. Тут куда место плохое какое-то. Мне надо просто спаун, я попробую на бункер пройти. Пацаны, свалим. Хоть какой-то спаун, ребят. Да-да, мне надо просто спаун, да, вот, ставьте ралик. Тут под огнем, под огнем. Роер, ко мне. Ралик, ко мне назад, это иди туда. Котл, назад, котл. Тут миномет. Подожди, тут пехота прям. Чуть дальше отлично, поставьте ралик здесь. Все, готов ралик, готов ралик. Отлично, давайте, открывайте трап. Смотрите, пехота к востоку. Пометки. Казацкий перед тобой, убей врага. Оливки за забором, нет. За забором. А чё они сюда-то пушат? Их не видно ни хера. Почти как, почти главное. Может, у них тут ралик? Либо ралик, либо они пришли сюда с бункера. Не, нет, пометки, пометки, я видел пехоту, пометки. Да, мы на неё... Ну, Джонни пристрелялся, кто здесь вообще? Они... Ну, да, это. Кто меня толкает? Что за. Честь под для арты. Честь под для арты. Видимо, не наш. Мой. CC радио смерч request на Tiller Fire. Probably enemy rally point on his spot. Радио request на Tiller Fire. Copy that artillery fire. Crossroads. Cursed if crossroads are clear, you can move out. Spaniards are defending quite good. Where should I want to go? Radar bunk. Левее радио. I'm solo capping. Там еще крут нет, да? So it means that the flag is very vulnerable. Good job, that should distract them. Дальше не идет. Они фарм атакуют дальше. Фарм уничтожает. Didn't get a rally there, Curse. Where? У них вообще... Блин, я не знаю, то у них ралик там дальше еще? Нижние метки. Они в кустах, слышь? Пометка, 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 защищайте. Казовский спад, плиз. Пойду давить гадов. Апти, волк он. Копи дэ. Двигайте на бункер пока. Вот с ралика двигайте в сторону бункера. На знаке вопроса керст враг. Угу. Это пустые. В смысле никого не нашли. Вот там был враг, где знаки вопроса. Угу, я понял. На другой стороне дороги, вот, вот. Я понял. Может, поближе кинуть ролик немного? Лёлик, брось мне аптечку. Аптечку, ролик, ролик, аптечку. Мы можем так просто пропушить. Без... Да, 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 пушьте, пушьте, пушьте. Нет, я имею в виду перекинуть ролик, нет? Да, можете поставить ролик где-нибудь поближе, вот в этом районе. Готл, ляжь в кустах, вот этих кустах. Я в этом направлении... А, меня убили. Они смотрят. Готл, отойди чуть-чуть назад. Погодите, сейчас будет ралли лучше. Все, готов. CC, please smoke on radar bunker. Copy that, smoke on bunker. Сейчас дыма будет на бункер. А, вы ралли киньте? Ралли кинули, ралли кинули. Ладно, ладно. Они с бункера CC, crossroads на нас, is rather stable на at the moment. Окей. Okay. Это что, этот ралли? Это спаун. А мы что делаем? Мы атакуем? А, do you see the nice spot, Казовский? Атакуем, атакуем, атакуем. Ати. Вы немного не поправили, конечно, поставили. Ладно. А, давай, Ати. Да, слушайте, у них в левом поле, так и театралика, есть спаун у дороги. Прямо... We're currently attacking.
у дороги говорите, да? У дороги в поле, прям у кустов, вот еще левее казацкие. Смотрите, пехота, пометки. Пометки пехоты. Там пулеметчик. Что там, флагбирс, нет? Да, пускай. А slowly капин бункер. Мне кажется, мы теряем ганбаттери. Окей, good job. А у нас он был? У нас главное, что 4 флага есть, поэтому. Я видел, там никого не было на флаге, и убили одного нашего, который был. Нет, там, там на 4 человека сейчас на ганбаттере. Поднимите флаг. Просто где спавнить, вопрос. Я кинул смог. Понятно, не поднимите. Поднимаю, на ралик во флаг зону. Поляка убил, можно убивать ралли ставить. Донбасс Козак, how is the Grand Chemin doing? We got some guy. На метке по-прежнему противник. Пулеметчик. Убил. Yeah, тут еще внутри бункера не ставить. Right now, but we're holding so far. Да, лучше бы да. Также давайте всей толпой будем заходить, тут 6 типов осталось. Может нам лучше... Можешь просто ну, есть? Пошли, пошли. Just keep shooting them. 10 секунд. Ферма. Давайте, запну. Я, конечно, не экспект, но по-моему... Ладно, кто тупо у меня кто? Стой. Окей. Так, стой. Чё, давайте, всё, пошли здесь вместе. Я накинул этот смок. Аккуратнее, у них тут спаун. Около меня. Они не ждут нас с этой стороны. Поэтому по-тихому заходим. Я во флаг-зоне. Так, слева от меня один противник. Далеко? Убил его. A place smoke on bunker. Copy that. Smoke it's, in the bunker. It's the end of the round. Just keep killing them. Almost won. Keep the pressure. We're about to take the flag. Yeah, we're about to take the bunker. Они идут с восточной стороны. Там, где мы пришли, один ходит на флаг. Вилкерст. Он меня... Всё, не спавнись. На Вилкерст. Да, не спавнись, не спавнись. 16 человек осталось. Просто ваншотнул из Томпсона, причём на большом... Сейчас Керст, классный пиллер фаер. Он в бункере, Керст. В бункере. Copy that, I see a curse. Тебе идёт Керст. Г5 поле у них там брали. Как флаг, они берут или нет? А нет, я держу пока. В бункере у тебя. Спасибо. Вот туда надо с пулеметом на дорогу. Вот там можно нахреначить. Пиздец. Кто рядом со мной? Грим, давай за мной. Или ты хотел пулемет взять? Вы видите, только два спавна, один на... А, нет, три. Пиздец. Как на спаун-то успеть такими этими? Давайте, Лёлик, Карвер, в бункер, вокруг бункера поставьте мины. Один с западной стороны, один с восточной, и сидите в бункере. А внутри, кстати, снайперка есть, такая, с херовым, с прицелом снайперка. Вот, оставьте так, её мне. Так, ремпи, да? Ставьте её мне. Всё, готово. Кто не спотера взял? Нам надо хотя бы первую секунду прям спотить. Так, там на кроссрот уже самый танк, собственно, смотрите, у нас с этой стороны где-то танк. Моя нет, не да куда? Козлов. Козлоцкий. Да. Я хотел тебя предупредить еще. На тренинг, ну ладно, потом предупрежу. Ты же видел, я... Hey guys, no one here, we will keep farm, no one here. Он уже специально это делает. Sorry? We have a cheap farm, ты, все, yes, только, ты keep farm. Going to farm. Я чё, даун, что ли, чё, не хотел? Тише. Паша, can you send people to farm? Ты смотри, если кто-то ставит мину, ты не беги. Да, прости, я не увидел, что я не увидел. Смотрите, машинка right. Сзади, машинка сзади появилась. Пометки. Ignore your rally, just spawn farm now.
Okay. Tank and enemy and an infantry coming to Brecourt. Вот он на машинку и убил его. У меня? Радио. У меня? Они на фарму проехали. Well, we can recap this. Так, мы пока обороняемся. А особо не толпитесь в этом самом флаг-зоне. Там сейчас минометы, наверное, ведутся. Если что, на минометы. Так, смотрите, около нашей ролики пехота. Около ролики. Я знаю, but tell your people who's there to drive from main base to farm. У нас с юга заходит народ. Угу. С юга заходит. Смотрите, вот с этой стороны два человека спаунили. Сталин и радио. Проверяйте. Она с минометом. Это раз. Во флаг зоне сидят только два человека, которые поставили мины. Все. Все остальные вокруг ищут противника. Керс максимум от мины. CC, is there a pickup motorcade in our main? I don't see one. Урод. Ребят, почему вы все из флаг-зоны ушли? Просто все ушли налево. Да я сказал, два человека в флаг-зоне остаются. Те, кто поставили мины. Все остальные вокруг ищут противника и ищут ралли. Он прибежал с этого с 11 из 10. От флаг-зоне. Одного его убьют, с стороны будут заходить. Easy, what's the squad 2 doing? А, так, меня только что убили, наверное, будут заходить, да, со стороны ганбаттера, у них будут спауны. Мотомаркер next to the tank, мотомаркер next to the tank. Рэн, ты же понимаешь, что у тебя есть автомат, но у тебя теперь нет мин. Well, the tank is okay, but there's enemy infantry there, so... We need backup at Brecourt. Донбасс, can you go record monitor? Гранату из-за тебя. Yeah, we can. С 9 часов подходит Эльсахат. Пейнтер явно. Грузовичок на карте, на карте. Да, вижу, вижу. Севера. А чё я там из... Джонни по нам навелся. Да? Нам надо что-то атаковать, ну, в ней команде. Ну, так, а кто там? Власов? Подожди, я, может, я попробую пройти, поставим ралик. Проатакуем. Давай. А может нам оборонять? Нет, так мы обороняемся. Нам надо хотя бы трохи перехватить инициативу. А чё, все потеряли точки, что они балбесы? Потому что мы фарм пропустили. У нас не хватило одного сквада на фарм. Enemy ATK active at farm. Tell your tanker that there's a tick on that farm. Ну, в принципе, можно было бы весь склад наш отправить на фарм, а два человека на точке. Донбасс казак, Germans, estate, how is... Они бегут с этого, с метки. Откуда? С метки. We're under attack at Brecourt, we're holding it right now. Юп! Сисинга, радиобункер, антератак, from west side. Куча... Там фарм, can you send someone from бункер? I can attack across the road. Ты хвастай нет, Керс. We can try to capture it by yourself. Керс, на метке для арты ралли, короче. I want one rally point. Они на Брекурт забегают оттуда с севера. На метке для моей арты? It has a faster cap rate. Козовский, please walk on my spot. Ладно, стоит метка для арты. Власов, пошли, попробуем так делать. Перед тобой где-то враг спотит. Или это ралли был? Кто-то подорвался на мини или нет, казалось? А, да, на мини подрывается, уже слышно. Лёлик, у меня кровь. Убил его. Угу. Так, пока пробую взять, я пойду дальше на химин. Ага. Это сейчас за нейтралем, да. Да, надо пока дефендить бункер. Паска! Паска, for fuck's sake, stay at the Frankwell. We'll take care of farm. Just go back to Frankwell, Basco. Yeah, we're defending, bro. We're making a main herring here to intercept them. Да, да, я пойду дальше на обороняю.
по дороге, они могут еще по дороге. Блять, народ, пока броняем бункер. Как вы его? Давай тогда добиваем. Good job, guys. Живой, 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 добивайте. Сталин, добивайте. Шмаляет откуда-то. Я что, бункер был какой-то? Yes. Ну вот вот штаур был грохнул. CC, thanks, Erst. I think we got Precure under control now. Farm is going to be ours. Sorry, Germans. Precure is under control. They don't need two squads to defend. Okay. Okay. Donbass Cossack, any more? No, Germans. Can you move to gun battery? Donbass Cossack, you stay at defense. Copy that. Donbass, take copy. Обновите радик. Вот здесь пометка. Yes, defend. Там человек отступить. Yeah, давайте Рауэр и радио. Отступите на метку, поставьте ралик. Они возможно. Turbo, they know about the rally. Заодно потом проверьте наличие противника. Народ, смещайтесь. Да, один был, я его крохнул. Хорошо. I don't have a rally at Frankville, Баска. Should make one. Радио, видишь, у него джип здесь. Yankees are attacking Frankville. Да нет. Че, ну, на ролик стоит джип. А, ну да, да, на ролик. Радар ролик сюда возьму. Радио, как ты, что дела? Не берешь? Ой, радио, Влас, как ты, что дела? Да там пара человек. Давайте, Сталин и Годдл, проатакуйте кроссеров. Помогите Фласу. Не думаю, что пулеметчику хорошая идея атаковать этот флаг. Я могу пойти. Я просто не вижу, что там у того. А у этого пулемет, он может... Годдл, знаешь со что? Со стороны дороги. Вот можешь... Да, пехота возле меня. Киньте спот, я поработаю. Если что, кидайте споты. Dream TV, если что, я справа телесмотреть не могу, ты тоже посмотри. Споты кидайте. First, can you get an attack on Grunchamin? You're gonna defend bunker. Yeah, but who will defend bunker? We will, Turbo. Так, народ, давайте, мы уходим из бункера. Два человека, только у кого амины остались, будьте даже в бункере. А все остальные, значит, будем открывать шимин. Иосиф, бегай аккуратно, тут хорошо, значит, давайте, народ, кто на бункере остался? Лёлик, Дрим ТВ? Перезаряжаю, ребят, перезаряжаю. Казовский, у тебя мины стоят? У меня мина стоит. Подойдите на флаг, двигайте на шамин. Давайте, все кроме Казовского, двигайте на кроссер, это уже кроссер. Я дико извиняюсь, но у меня три мины стоит тут. Так, я сейчас ралли переставлю. Если чё, кидайте по ралли поинт, вест. Давайте, ралли готов, кто умирает, на камне на ралли. Тут камикадзе лошара бегает. Your ралли поинт is being blocked. Yeah, I know. You don't have a rally basket. Yes, I know. Шин, Шимин. The internationals are spawning in on мертвые, like fucking mania. Мертвые, Годдл, один будет двигайтесь справа. Двигайтесь на Шимин, двигайтесь на Шимин. Ну, блин, Турпис, на свою мать. А, блин. Класс, ты живой? Я умер, если чё. Еще и испанцы приехали. Надо смещаться севернее. Я не понял, откуда стреляют. Господи. Я тоже не понял. А, так. А, со спины где-то. Угу. Пехота бежит с севера. А там главное... Me and my guys, we're gonna go full force to farm. We're gonna get grab every single fucking vehicle on the main base and attack farm. Из-за того, что эти стоят на... But, there is a gigant at the very east of farm, so be careful. Иди на север. А, ладно. Ко мне, все остальные, кто спаунится на ралли, двигайте на Шимин. С той стороны тоже двигайте на Шимин. Я могу сейчас на мортире, ой, на миномете сидеть, если надо, скажите. Кроссроус упали. Да, или там нет спауна. Его херово держать. На таком Шимин. Outlaw, are you here? He's dead, he's dead. Готово. Знаешь, на Шимин, на Шимин, на Шимин.
Смотрите, где-то около меня ралик нашел. Ралик уничтожен. Варвар, Блять, прям попало. Я к вам иду или мне на радар? Да, прям там. А где стреляют? Ну, мы, возможно, радар. Я убил. Там есть кому обороняться, если что, это не мы. Справедливо. Кирс, к тебе в дом могут забежать, че двое. Давайте я буду дорогу палить. О, красава. Больше где флагзон, народ. Good shit, Крас. Это блядь. На втором этаже, там где Dream TV. Да, там где я был. Он смотрит прямо на... Говорит, на тебя не было. Ева, we're attacking, but we face some resistance. Давайте, на втором перехожу. Бегите. Нас до хера мы возьмем. Это поляки. Сделаем поляков. Germans, how is the gun battery doing? Блять. Котл прикрывает. Там сейчас справа будет райдер. Флаг движется, нет? If he gets help attacking, it would be great. Да, справа один чувак. Во флаг зону. Еще один чувак к вам перебежал. Подходите так, на флаг. Не бани хопим. На флаг, на доме, флаг. В доме на втором этаже. Я дико извиняюсь, привычка. Бежит к флаг зоне, а нет, уходит. Он уходит на юг, на гранд чемпионат. Мы getting shielded, Рейр. Я уже не знаю, что делать. Рейр, они справа от тебя в доме. Рейр, справа от тебя в двухэтажном доме. Баска, can you sneak to the Frankfurt? I will sneak to Frankfurt. Машина приехала. Alright, never mind, Баска. Казацкий, подожди, гранат кинул. Казацкий, без граната. Власа перед тобой. Еще райдер где-то там. Что? Они... Идут на ралик примерно, на нашу сторону. Да, уже на ралик так, уже. Пока атакуйте, я попробую пройти на Франквиль, поставить свой ралик. Аккуратно, прямо здесь уже. Лёлик, давай еще, убивай его. 8 секунд. Вы атакуйте. Там, так, справа. Не справа, давай, ко мне справа, ребята. Вот, кто убили сейчас. Томбас, you should have told me that you lost. Record. CC, can we get some spawns at better into security? CC, careful, please drop smoke, please drop smoke. Пошли. Сейчас будет дымы. Can we have dead spawns at gun? Без дымов, давайте, тихо. Нам сейчас кинем дымы. Давайте, вперед. Smoke. Пехота, вижу впереди. Убил, вперед, бежим. Бежим. Вперед, заходим в флагзону. Один гад на крыше, аккуратно. Свой снимаю флаг. Убил одного на крыше. Снимаем флаг. Опять пляк. Уничтожу. Берете? Ой, они по мне стреляют в упор прям. Я не понял. Отлично. Они прямо у флага, прямо у флага пехота бегает. Прям на. Да-да, кидайтесь под лярты. Через под лярты. Это Lord of Olives, по-моему, кинул. As you see, Lord of Olives request not clear fire. Давайте. Может, полный кинем поближе? Да, надо поближе полный кинуть. Бегать с флаг, нет? Кидать? Хватит, да, кидай. Ближе готов ралик. Дымы, кидаем дымы. Кто Артуха? Уберите Артуху, Артуха здесь не нужна. Кто, блядь? Я чужая. Наверное. Баска, how is farm doing? Why do you have one guy in the flag zone? Берем. CC, we need your orders for German team. Okay, can you stay at radar bunker? Так, у нас 4 флага. CC, we lost our rally. We need your orders for German team. Нет, stay at German bunker. На юге будет ралик. Проверяйте юг. At radar bunker? Yeah, bunker. Это поляки, они... Мы его перестали, видим. Явно, наверняка. Проверяйте, ищите этот самый... Ралик, я пока побуду в флаг-зоне.
На ферме помощь не нужна? Как только что убил Сьюга. На ферме... вообще надо было бы, наверное. Можно я на Легран Чимин двинусь? Не-не-нет, мы на... обороняемся. Окей. Так, где-то на смотрите, пехота. смотрите, у нас... Щит там. Лорд Фолевс, останься со мной здесь на флаге. Что так. У нас такой приказ? German Stuart, Stuart is coming to Red Bunker. Get AT. Они явно к нам пойдут. Copy. Север или север, откуда? Так, how is Frankwood doing? It's fine, no attack for now. Паска, have one guy at the farm. Кажется, его спустим. На юге одного увидеть далеко. Так, народ, кто-нибудь с биноклем залезьте на эту крышу и посматривайте в сторону ралика. Надо там полноценный ралик переставить где-нибудь здесь. Томбас, are you even here? I can't hear you on this. Yeah, I'm here. Have some people to look at the flag, if it's dropping or not. Да Вольф, здесь не очень так, на самом деле, обзор. Так, там, или может я крышу перепутал? Может быть вон так крыша лучше, я не знаю. Не, ты посмотри, вот... Я хорошо, хоть мы теряем точки все, в эту сторону, чтобы... Это Донбасс, он... Первый раз подблизит. Это лучше. Ребята, с ганбаттери в районе пересечения... Так, и народ, мне надо кто-нибудь с этим самым... Народ, возьмите кто-нибудь миномет. Ребята! Север! Север-восток! Они там... Я убил бомбарика, и меня убило несколько людей. Север-восток. Мне надо один человек сюда ко мне поставить мину. Hold on. Давай, им подаю еще. Spawn raid the bunker and go record manor again. Че с раликом? Куда ставим? Восток, меня только что убили. Я не знаю, меня только что гранат. Or you can do it from the main base. It's up to you, я just attack the record, counter-attack. Сильная атака от мейна нашего. Угу. Поставьте на метке мину, и надо переставить ралик. Так, ближний кто ко мне? Подал, давай за мной поставим ралик. Не подходи лучше. А, нет, значит, оставайся. Здесь я бегу уже. Угу, хорошо, понял. Господи, угу. На моих минах так много подрывали, что у меня все еще минусовой счет. Ну блин. По очкам имеется в виду, по убийствам. Ну, главное победа, все остальное. Ну, у нас 411-140. Что-то мы очень плохо. Угу. Плохо, потому что кто-то сдает точки. Они бегут прям с северо-востока по человеку, как-то странно. Они могут заходить только с этой стороны, либо кто-то надо посматривать. Отлично, заходит с востока. По мне радио на мине подорвались. Опять ублюдок какой-то. Радио, убили. Смотри, тут... Откуда заходит? Восток. Радио, смотри. По метке есть этот аммобокс. Угу. We need to quickly capture some flag so that we can get some more even tickets. Так, тут Dream TV поставил мину. Хорошо. Do you have any targets for more to drop them? Never mind. Козловский, отходи! Тут мина. Я вижу мину, да. Там, а так, народ, мы нас атакуют. Откуда? Ну вот оттуда мина прилетела к вам, короче, да, с востока. Угу, понял. Повторяю, смотрите, они смогут зайти либо отсюда, либо через вот этот пролом, либо с юга. Надо, чтобы кто-то на юг посматривал. У нас точка, кстати, появились чуваки все. А что, так много подохло, что? Да, с востока идут. Одну гранату, человек 4. Идут с востока, один человек, видно. Там он в этот проход. Я слежу тут. Мимо, yes. В этот проход. Может, они с юга такой зайдут, типа обманку делают? Донбасс, you stay behind. Могут вполне. За север заходит, с нашего ралли последнего. Отсюда заходит. Roger, два человека, как минимум. Флаг зону. Я держу... Блядь. Первого прикончил.
И меня тоже. Может быть, там ралик. Проверяйте ралик, ищите ралик. А второй человек вылетел из этого здания. Он там крадется вдоль флагзона. Его убили там. С какого радио один правее? 350, да я дебил, я не знаю, как мы это проебали вообще. Точки, особенно в начале раунда, все точки проебали. Кроме нашей. Испанцы. Они атакуют нет, севера. Нет, просто тут... Тут есть флаги, которые очень легко захватить и защищать. Прости. Правее там. Своих убивают люди. Стреляют по своим, чтоб чужие боялись. Сейф. У нас на флаге один. Убил одного. Right on top of Brecourt, so it's really hard to hold. С востока заходят, с метки. А, окей. Господа, мы реально хуже них. This should have been fixed, I don't know why. Да, я говорил. Рано говорить. Просто команда хуже. У нас флаг падает. Терем флаг, народ. Я вынес их ролик. Отлично. Красавчик. А толку-толку-толку. Сзади, этот, где с востока вход, вон там где-то шмалит. CC, we quit, can't counter-attack bunker. Вторая бомба. Лямбари. It's almost the end of the round. Just spawn somewhere and kill them. I see. Kill them. Ты все. Запить. Да? Приказы от Кумкрофа. Так, тихо, берем джип, гоним на Everyone флаг, copy? Мы раньше, Germans? Чем защитники, right, успеем copy. Туда приехать. Я возьму наш джипик, ладно? Да? Поехали, Ройер, садись. Не, я коду, думать. Где коду? Кто-то взял мой танк, слышишь? Прячься то в машинке за... за ПЗХ. Что? Вольф взял там. Со стороны города идут, Dream TV. Germans, you move on to radar bunker. Copy. Так, народ, Russians, you stay defense for now. Окей. Блин, народ, у нас где-то по метке пехота была. Нам сказали оставаться в обороне, у нас... Ральк, поставьте. Кирст, I didn't hear. Yeah, copy. В обороне? Want us to defend crossroad. Yes, stop. А поставьте ральк, народ. Два человека, радио и... Ворк, Волюс. У меня от города... Годов не так, нет? Нет, не мой там. Кто-то... Воль. Вольф взял там. Вольф. Сиди, но куда ты фендинг? Я сижу в нем, но он куда-то едет, хер знает куда. Посмотрите, куда он едет. Дефендим кроссрот. Он хочет третьему скваду помочь, видимо. Yeah, but again, CC. Меня убили от флаг. Где наш танк from Russian squad? Сейчас опустит флаг. Yeah, a wolf. Pascal, наш tell Wolf that he should return tank. Isn't he inside the tank? He's not Russians are using bunker for this round. Okay, well, when Wolf dies, let the Russians use the tank. А Годо, как только Wolf умирает, тебе ты забираешь танк. Я сейчас Суральк поставлю. Где-то у ПЗХ враг. Сзади. Давайте атакуем ганбаттери. ССР Russian Squad will attack ганбаттери. Давайте на ралик. С
CC, any orders or channels? На мины. Can you stay at crossroads for now? Отметка пулеметчик. Yes, we can. CC, Kerstrick Western Blurry Fire. Immediately, artillery fire on my spot. Kerstrick Western Blurry Fire. What do you want? CC, what do you want me to do? Годл, слева, слева. Stay at bunker. Да ёп! Да слева, я сказал. Да я стрельнул, он меня залагал прицел, не знаю почему. Second clear. Тут испанцы на траве. Баска, я move out to Brickcourt Manor. So I figure. Фига себе, в дереве застрял. Еще один слева, слева еще один. Дымы, 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 дымы. Понял, понял, сейчас я перезвешаю. Все. Народ, спаунтесь с дымами. Enemies at gun battery. Справа, справа, до хрена. Два человека справа. Чего толкаетесь? Два человека справа были. Камикадзе Артур кроет, да. Они на севере, от ралика вдоль дороги, на севере. Камикадзе, знатусь. Осторожно, гранат бросает. Ралик сейчас могут минометом накрыть. Уже на карбин. Давайте от бункера. Может там город взять? Почему они не могут город взять? Ломбас Козак, tell your people to get back to the flag. They're too far away. Давайте атакуем город. Окей. CC Russian squad request and orders. Там защитников красная зона очень далека, вот там где второй ралик. Немцы не могут пройти, американцы не могут пройти туда. We have one guy trying to spot. Безопасное место для ралика, в общем. Нарт, а чего вы ждете на главной базе? Ну, я жду эту херню. Вульф, кстати, опять же. Это понятно. А остальные? Я ремонтником хотел. Остальные просто появились. Там еще два человека сидят. Кого? Один взяли флаг. Да. Помогайте пока защищать. Я не понял. Ах, хер разум. Там, короче, появился, да. Блять. И он опять его взял. Hello? В разрушенном доме. Oh, no, wait. Одном. Russian team move out to Frankville. Turbo, you stay in defense. Yeah, I see. Germans, you can send some recon to gun battery. But don't leave crossroads. Ну опять я, короче, Wolf забрал. By the way, Wolf again stole our tank. Baska, tell him to return the tank, for fuck's sake. What? Okay, fair. Tell him to return it now. Типа вот этот журналист во флаге к западу от... не знаю... А где, тут? Лорду Вольф, да, прыгай, там, короче, там внутри. Али. Какую точку брать? Приказы. Двигай-ка в мою сторону, Годл. Попробуй с этим... ты на танке, сюда. Обстреляй по ганбатке. Есть. Hold up, Керс. Мне нужно прикрыть эту. Фарм? To farm? I'm not sure. I will right. Cap it, I'm not sure. Да, я понял. Так, народ, давайте атакуем ганбаттери, помогайте Годову. Может быть, поставьте вот здесь ралли. Левее, левее, Годову, левее, на поле. Годову, левее, на поле. Верни корпус влево, влево корпус поверни. Вот, пометки, пометки, пометки. Кто-то глянешь, что там в этих воронках был пулеметчик в начале раунда. We just got a spot on Brickport. Сейчас будет ралик. Готов, я на пулемете. Давайте, атакуем ганбаттери. Корпус не забывай. Дымы, дымы. Донбасс, your rally is blocked. Готов, yeah, we're ready. Атрак, any drop smoke on ганбаттери. Sorry, who's spot? Больше дымов, больше дымов. Spot. Как от ралика, ровно на восток есть пулеметчик где-то, он где-то в зеленке.
Передо мной, передо мной. Как? Сука, Рэмбо. Ну, атакуйте через нас. У нас тоже контратакует Годл. Так просто. Ой! Где-то впереди стрелял. Зарядка в голове. Can you sneak to farm? Yeah, let's try out. Противник. But keep your people attacking record. На мне противник, прямо не противник. Я гранату убил ралли где-то тут, я не помню. Где. Давайте его флагзоны. Давайте, могу бить, да, меня. Держи, держи. Держится, дитя. Спасибо. По флагзону входим. Бегут с юга, хоть один человек. Чё, готов? Смотришь? Смотри, смотри. В этом самом, ага. Я просто по бокам смотрю в сторону. Флагзону. Чей миллионат? Один чувак. Трот, троих. Годов, можешь чуть-чуть? Поближе, подъехать, чё вы там? Нет, вот мины, мины. Мины. Какие мины? Минная мина. Там нет мины. А, ну блин. И кто был мины там? Да я помню, помню. Germans. Keep an eye. Нормально, give your guide and flank. Yeah, we will do that, but the flanks are secured by Red Bunker and... Старший один. Так, Годл, смотри, с этой стороны, кажется, нас убивают, вот, с метки. Like, what is this fucking, no attack zone, it's a fucking, oh... You can't fucking cross the Brackwood Manor south side, because the fucking the main base of Germain is blocking. Блядство. Они уже скоро выходят на наш ракет. Да, вижу. Окей. Бастер, can you switch to gun battery? Russians, can you also go for gun battery? Вы атакуете, нет? Ну, они контратакуют прям до нашего ралли. Они где-то у них, где-то, наверное, здесь ралли, потому что они постоянно, или они спаунятся здесь, или еще что-то. Правее, Мне кажется, надо ралли перестрелять, потому что... Прикольно. Нормально, да? Ну, идите, вводите. Они куда-то спаунятся, они. Вот там, где наш крайний на юге, вот там они появляются. Не помните спаун. Надо поближе ральки, наверное, вот здесь поставить. Горло, левее, левее. Радио и... Блин, смотри сзади сейчас, смотри, один сзади будет по траншеям все время. Спереди вообще, по-моему, нету. Ты там сам смотри? Ну, отлично, да. Вы можете хоть как-нибудь подъехать, я не понимаю, вы там кого-нибудь убиваете? Группа, я не имею никого, конечно, west side down, they might sneak to the flag zone. Может, реально с их стороны атаковать оттуда? Ну все, тогда надо... На транспе не видим здесь. Вы дайте приказ, мне все равно, откуда атаковать. Кодал, чуть вперед, вперед подъедь. Ну тогда мне надо сейчас объехать с другой стороны, я сейчас... О, не, не. Вот сюда сможешь проехать? Там просто поле сзади. Я смотрю сзади по траншеям. Я только с вашей стороны могу подъехать. Вот так. Вот прикрывайте меня. Смотрите. Бандер Тима расстреливает с юга. Ролик. Там же... Амин. Вот прикрывайте, я вышел так, на позицию. Бомба стреляет. Смотри. А с западной Ваня. Стороны они... Годл перед тобой прямо. Вот у тебя справа пехота. Один в траншея. Да, вот здесь где-то. Ладно. Да, правильно, Годл, выезжай туда. Там к юго вас западу от ралика пехота в этом... Да, нет, кушай. Давайте, давайте. В траншеи аккуратно. Донбасс козак, stay in the fucking flag zone. Ну, сахарик упал. Годов, смотри, пулемет по метке. Too far away. Окей, окей.
Somebody on Nordic gets rid of the Hell Chief. I mean, sure, you can go out and leave some people in the flag zone. It's going to empty, but one guy on the corner. That's ridiculous. CC, I'm just next to the flag pole, so... Барбаруша? Что там? Вот, пошли вместе на ролики. Попробуйте на Франквиль продвигаться. Годл, пока поддерживай Гринбаттери. Смотри, они наверняка будут... They're down there looking for a rally point. CC, you're getting attacked from... Лорд, ты слышал? At Lagrange from east. Радио, лучше за мной не иди, я... Which flag is being attacked? Он там, там, по зелёнке бежит, говорит. Estate, which flag? Да, пока, смотрите, что... There is some infantry east of... Да, у них тут ралик. Alright. Минус ралик, уничтожил. Где-то вокруг года, аккуратнее. Russian, so you're gonna attack the course? Блядь, что это было? Взрывчатка, вырос сзади, братья. Успел бросить. Мёртвый не спал, готов чуть-чуть ралик. Пехота у них тут. Да-да-да. Где уничтоженная четверка, тут куча пехоты. Там куча пехоты, где четверка, просто. Куча. Давайте, ралик будет один шанс. Какого? Ралик готов. Лорд, они опускают город, пусть поможем. Ралик подавлен. Вернемся, ага. Ой. Хватит все. Спаунтесь. Все, блин, толпой, херовый. Да там место херовое. Они нас заметили уже за... Они уже подбегают к ралику, все заплачено. Да. Минус ралик. А нет, нет. Да, все, минус. Может... Сейчас город возьмем. Баска, Герс, go gun battery. What's the problem? It's not that easy. У них там потому что слишком много появлялось народу. Мы бежим, они идут, Мы побежали на флаг, флаг все равно на месте. Может, Франклин? Нет, мы атакуем gun battery. Они на Гранд Шемин, на... Может, мы сначала город зачистим? Поможем. На 7 где-то. На 7 нет, где-то. Мне нужен мой сквад, мне нужен со мной. Я заправлял артиллерист. Дядя, как будто не зрение тебя. А, все пехоты. Да блин, вот. Как я. Можешь попробовать Франквиль? Вообще никуда не пройти, они везде. Ну, попробовать по западу пойти. Сейчас пройдем. Что мы всрали момент в самом начале? Генеративный приказ. Короче, высаживайся на Вил, на базе на его и едьте через меня. Радио налево, по-моему, зеленый враг сзади. Я видел, да. Сейчас все возьмем, сейчас. Люлик перед тобой в зеленке, в яркой. Радио налево, сзади, зеленый. Я не вижу их, да. Помогайте на ганбаттере. Да, ганбаттере. Поставьте где-нибудь ралик здесь и помогайте на ганбаттере. Я буду пробовать на вкл проходить. Правее Годл, правее, там пехота была. Право. Керс, can you go Franklin instead of ганбаттере? Yeah, I will try. Дримтэвер, будь в том районе примерно еще ралики. Керс, нам кидать, да, примерно? Да, кидать. Приезжай опять так же, попробую придержать пехоту. Ляжь в кустах, вот в ближайших прям. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, там, не-не-не. Давайте, хотя, давайте ладно, туда на ганбаттере все. Я сейчас выезжаю туда. Ралли готов. Угу, отлично. Путь. Сейчас, может, через полминуты будут там. Я попробую перейти их спаун. Народ, типа. Так, ладно, пока атакуйте, я скажу, если будут изменения. Меня кройте с правой стороны. С правой стороны меня кройте, пожалуйста. Я буду обстреливать прям траншеи напрямую. Кройте прям.
Кройте, я говорю, прям вообще меня. Could you use some help at the ground cover? Okay. Они спаунятся. У них вот южнее танка где-то есть спаун. Sorry, can't do that. Южнее, север. We're trying to attack our южнее battery. От танка. Окей. Okay. Все, давайте, пока я здесь, давайте, продвигайтесь туда. По траншеям, блядь. Идем. Годл, смотри, по пометке, по пометке этот самый лафет. Ага, понятно. I mean north of Grunge, man. Минус, что-то ассист там получил, да. Тут испанцы, Готл, видишь на карте перед нами, левее. Ты видишь, тут возле нас тут пехота еще. Ты смотри, чтобы не бросить. Минус. У них реально спаун здесь. Что за... Минус. Нам возле нас, Керс может там левее выйти. Вот, я сейчас тебя переставлю прямо здесь, на мне ралли. Нет. Или лежа там его вниз. А, no problem. А противник, Васьян. Я предлагаю Валик. Сразу... Минус ралли. Ну, отлично. Все, флаг зон, флаг зон. Я его запалил. I can tell the tank to get back to that gun battery. I mean, it's gonna be okay, CC. Как его пушить? Хватит, они там спамнутся. Через поле северное надо как-то идти, только нам вот эта колючка мешает. Нужно было брать Брикут Манор и идти за Брикут Манор. Самое ничего. Охренеть. Вот это там банк. Просто охренеть. Сзади, видишь, все посмотрено, там банка. Великий брат. Ты так и не взяли точку? Да что ж такое? Давайте спаунитесь на бункере, попробуйте брать сюда, поставить здесь ралик. Мы можем ралик поставить. Годл, оставайся там на месте, где сейчас подойдет радио. Я же у него сижу, я могу ралик. А, ставьте. Давай. Все, заходи. Вам сзади бежит пехотинец. Блядь, пехотинец рядом. Блядь, я не вижу. Come on, people. Are we gonna get any flag? Franklin. Minus. Maybe. Let's go to Franklin. Huh? There's one squad defending it right now. Давайте бегите на точку. Косука. Сука. Ралик. Наш? Да, а другой. Мы только что подорвали. Ну не спамьте, старт не спамьте, я сейчас поставлю свой ралик на Брикут Манор. Маска, Франквелл? Я, вот так, Брикут Манор. Блин, ну я не знаю, что тут, как можно все. Hold on, Паска. Попробуй на первом пробраться. Так, блин, они... Они везде, да, надо как-то баттери брать. Да, надо баттери. Всей командой пушить как-то я... Что если нам танк выехать на поле, только примерно к маркеру, чтобы он проехал, и мы там через уголок как-то пробежим? Воду, а вы, ну вы не поставите часа? А я не знаю, сзади пехота еще бегает на меня. За нами гонится. Нет, impossible to sneak the everywhere. Правильно. We lost all momentum at the very beginning of the battle of the round. Пехота справа. Should send someone in there. Наливаю, давайте удачи. Но тут так шамин. Блять, не будет кто-нибудь атаковать, я уже не могу в таком темпе. Вот он, мы не можем, у нас нет ралика. Я думаю, ты должен помочь Squad 1 с Франклином. Я just follow them on their flank. Давай вот где радио, давай Керс оттуда будем. Так, там сказали на Франкфурт двигаться. А вот он, сможешь проехать сюда? Я, наверное, уже из этой клетки ниже меня не выпустит уже. Сейчас прорвемся к корму. Минус двое. Еще тут один. Ебать. See, we're probing battery now because the tank is there.
Окей. Okay. Yeah. Сваливаем отсюда. Сваливаем, да, я уже не могу. Вот, пехотинцы. Народ, у вас проще достаточно. На... Остаться где, на точке? В городе? Шумин? Да. Не-не, я так говорю. Куда двигать-то? Ганбаттери там кто-то пробует покупать его. Как? Мы и так там были. Ну вот. Да, продолжайте делать то же самое. Опять что это? Да, вот так, продолжайте. Продолжайте рейдировать к югу. Я говорю, на нас там уже зубы точат просто, блядь. Народ, мы атакуем ганбаттери. Давайте через поле в этот раз пойдем. Траншеи, нереально они. Там и миномет, и пехота все время бегает по траншеи. У них там этот. Сейчас попробую сам подойти с севера. Меня, конечно, не запалит. Слева, видишь, под полом. Впереди был, впереди с тобой. Можешь вдоль зи... Вот. Надо было вдоль колючки. Не убью, за забором меня не убью. Я иду вдоль колючки. Колючки, которая с севера на юг, где зелёнка ещё, вот. Там я тоже знаю, колючки. Я не бросил, не бросил. Нет, нет, не успел вроде. Керст, what are you doing now? Баска? 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 I want to find a good place for rally point. Whenever you die, they get Frank will spawn there and defend it. Can we that? Yeah, can we have you Frank will go to farm? Может там рали? Как там сказали? Сейчас возьмут Франквиль, спаунчим на Франк, не спаунчить никто. Возьмем Франквиль и броня Франквиль. Минус. Мне кажется, они не возьмут. Was the poles that are defending Frank also? Готл, помоги на Франк, Вилли. Да, да, да. Поделитесь. Машинка сзади, машинка. Вот, вот, вот. Ехай, что-то. Они все. Успел. Успели. Твари. На первом месте. Блин. Черт. Я заснял это все, короче. Это жестко. Блять, ну машинка просто сзади, да и патронов уже не было. На самом деле нам надо было просто ганбаттери обойти стороной и свалиться все двумя отрядами на фронт. Да. Надо было идти кроссов, радар, бункер и рекуртманов. Ну и так. Вместо этого мы. Ну что мог сказать? Ничего. Его не надо с севера атаковать, он с тыла атаковать. Ну. Да я говорил, что этот флаг можно держать. Они просто везде пекают. Турбо, can you attack Frank with Баска? Ты в траншеи, он был забраться по траншеи, человек 10. Yeah, пробраться и всё. We're going for gun battery. Я тоже no, just go не понимаю, Frank почему в траншеи просто не можете забраться, okay, человек 10, и пробежать до флага. Потому что их там 20. Yeah. Керс, давай на главной базе. Russians can stay at defense, run him in. Ну 10 человек, ладно, я сниму. Ну, против 10-то можно сразиться. Керс? Я. You stay at defense of run him in, right? Окей. Я сказали, я даже Ахтунга обошел. No, Germans, you stay at crossroads. Germans, you stay at crossroads. Окей, пока без меня. Keep pushing gun battery, Germans. I'm in pressure on them. Да бесит, что они вообще везде. Что? Я, что такое? Да, убивают. Да, так я никуда пройти не могу. И много отхожу от спауна, мне все. Я попробую прорваться. Да, давай. Какой приказ для танкиста? А мы пока броня. А, танкист, пока помогай на сюда двигай. Кинем ралли у города, да? Да, мы сейчас поедем прямо на ферму. А, подожди, так ты атакуешь или мы защищаем? Да, город? Я атакую. А мы. Не, а мы вы сейчас броняете Шумин. Лорд, пошли чуть-чуть севернее Кимра. Отлично. Дальше. Сейчас просто нужно обстреливать, блять. Лорд, на север. А, садись за руль. Да я тоже вздох. Так, ладно, нет. Обороняем Шумин до конца раунда. А Годл, помогай на Франк выльеть. Ралли готов на Шумин. Хорошо. Если доберусь, там что полкарты надо ебать. Сейчас я появлюсь и выберу. Давайте только далеко особо не будем. Southwest Frankwell, Southwest Frankwell Rally Point, Southwest Frankwell Rally Point. Давай, быстрее только. Гоним.
Недалеко у райдера убил Ахтон, недалеко. Okay, Topo, go, we need your flank around. We need one more flag. We need that crossroads flag, and then we fucking hold on every single one of them. They're capping crossroads. Why not crossroads, damn. Jeep coming to Turbo? Годол, можете сделать с Ройером то же самое, как вы делали? Просто-напросто поездить вот здесь. Ралик, сайт. Машинка! Нет, ну, нет, у нас нет. Ралик, мы обороняем Шмин. Минус машинка. Турбо. Ну, отлично. Так, у меня в здании пехота. Вернитесь на флаг, куда вы разбежались? Там скажи, как же флаг делает? Кэрс, you don't have much people in town. Yeah, I know. I'm trying to bring them back. Это у меня обзор вот там, где вы подходите к городу, оттуда перебежал. We need to defend the flags. We need to defend the flags now. Блять. Frank Will is under heavy attack, so that place needs to concentrate the fire. Баска, shut up! Frank Will is blinking. Надо срочно защищать флаг, потому что у них блит. Только защищаем, не убегаем. A fucking mortar. Народ, пехота моя, вместе со мной в флаг-зоне, танк рейдирует просто вокруг ганбата. Видишь, танк заскочен, Годол, впереди? Нет. Только у шестого складного. Ладно, хрен. Шестой складной пометки. Если да, если сможешь проедь... Вряд ли мы отсюда. Минус двое. CC, does anyone see enemy tank? Видишь пехоту юго-запад, Керст, юго-запад, чуть-чуть за городом, он сейчас пройдет. А, вижу, пехоту. The enemy tank is in the east of Radar Bunker. Попробуй, если запад. Запад скорее даже. Так, Годо, к востоку от бункера танк вражеский, сможешь проехать? Сюда, на танк уничтожить вражеский. Керст? Я как, I sent my tank there. Кто на флаге, сейчас на западе, на западной окраине будет враг в городе. Just to send your tank to Raider Bunker. I send it already. Пехота прям бежит там сейчас. Cannot fly. I wish our tanks were able to fly. А может, это был разведчик, но он все еще бежит в город. They have a rally of Frankville to the east. Okay, Moscow comes to Raider Bunker. Впереди должен быть. Вроде дорогу не перебегал. You need help at Raider Bunker? Не, я лучше посижу в флаге. Вот, ты движешься на метку? Да. Подъезжаем. Да, ну тут по мне за мной еще бежит пехота. Сейчас. Я тебе покажу, объезжаем уже. Кто на флаге стреляет? Не знаю, нет. Да, мы тут уже 15. Син. Там Баскоза, why are you not walking in the CC, man? Смотрите, западная сторона. Я хочу поговорить о CC. I just told you guys where the tank was. No, we didn't hear you. You have the same issue as Baska. We cannot hear you in CC. At least I can. I can hear you now, but before I didn't hear a single word from you. Да, не на юго-западе. Пускай. Where the tank was. Yeah, I also heard that, but when I asked how is the radar bunker doing? Сейчас вот эту углу на дорогу. No, it's not the time to argue about something like that. Ехал. То есть вы вперед шли, а вас флангом убивали постоянно, постоянно через эти пусты. И вот бы туда кого-нибудь поставить. А кто ко мне ближний? Я. Давай поставим Халик здесь. Чуть дальше. Я. Радио Джоэн. А где тут проход? А. Прям тут. Бегу за пулемет. Я буду брать. Пулемет взяли уже. Лорд, минируй эту сторону. Я тогда другой пулемет беру. Хорошо, давай. Там уже этот танк слышен. В поле на севере убили кого-то. Нашего. Там четвертый ралли на секунду. Народ, а мины поставили? Я ставлю. Угу. Так, повторяю, здесь этот самый. Амабокс. Нам. А Шамин уже потеряли, их очень много на Шамине. Машинка на вас прям едет. Угу. И танк. Машину вынесли. Enemy jeep passed by us.
We need someone at farm. We need squad at farm. They will attack farm. Это такой спаун okay, тут turbo, есть, прямо на флагзоне? Нихера себе. Убил врага в траншею на флаге. Yeah, and by the way, enemy jeep entered our main base. Yeah. Народ, с западной стороны пехота заходит. Yeah. Где Кирса убили, я говорю, с западной turbo, стороны туда. Do you copy, go farm. Yeah, CC, we're давайте going farm. Траншею западной стороны. CC, gun battery under attack. Enemy jeep going to farm. Yep, jeep's farm. Сиси Керст, I quest control fire. Керст, I quest control fire. Двое как минимум. Толпа говорит. Enemy tank is уже занял флага, уже занял флага. Меня убили. Нас Сиси... убили. Так, ладно, у нас... Флаг опускают. Поднимают вражеские уже. Все, быстро все во флаг. Germans, do you copy? Там... You go gun battery. Я копи. Киньте спот для арты. Turbo, are you gonna get the farm? The good yeah, yeah. They're inside the farmhouse already. Да, меня вынесли. Возьмите пулемет, возьмите пулемет около пометки. Бля, меня убили уже. Нам даже, в принципе, не обязательно открывать, обстреливайте их. И а еще один такой, человек, возьмите пулемет вот здесь. The enemy mortar is не на ралли, там спал на ралли. Тут я пулемет да, на Do you have people in the flag zone even? SSC Kerst request not very fire. Быстрее, быстрее в темпе, я сейчас попробую сверху прийти. Copy that, Kerst, I'm shooting there already. Yeah, please drop smoke. Я второй раз его убиваю в зверьке. Давайте, давайте, давайте. Уже наш взял. Отлично. Ладно, тогда я буду. На народ ко мне, тут может схватывать с этой стороны. Где вы колючку? А, вижу. А, смотрите, в этом самом, в бункере с... В бункере с самобоктом один противник. В траншеи, давайте, давайте. Четвертый отряд вам помогает. Пускаю. Сейчас четвертый отряд подойдет. We copy gun battery. Секунд 10. Alright, Germans, you stay at gun battery too. Берем, берем, берем. Баска, leave more people at the flag zone. Так, у нас противник, смотрите здесь, на пометке. CC, we're under a big attack here. Yeah, I know. They got a spawn there. We're under an attack here at Frankville, pretty big one. That spawns Frankville. Can we get the spawns Frankville? Слышу, танк какой-то есть. Где четвертый склад? Где четвертый склад? Hello, that spawns Frankville. Hello? Мертвые на Франкфиль, мертвые на Франкфиль. Есть на Франкфиль. Кто-то поставил мину возле восточного входа в этот. Конечно, очень умно сделали в самом ненужном месте. Скажите, где я? С моей стороны. The enemy is attacking the Frankville from south! Баска, leave more people at bunker. Короче, с севера, где пушка атакует, скажи, MPG на Франкфилле, there. Где север, где пушка атакует, у них спаун. Mm-hmm, понял. Скажи. CC, we're taking attacks from two sides of Frankville. Блядь, да вы... Can we have dead spawns at Frankville again? Я не могу.
Who's defending radar bunker? Is it Баска? Так, народ, с моей стороны, с запада заходит пехота. Франклин, тихо, да? Заходит пехота с запада на ганбаттере. Чем делают в итоге? Обороняем ганбаттере. Смотрите, они заходят вот с этой стороны. Мне кажется, поставь свой ролик. Так, здесь... Нет. Сейчас поставим свой ролик, ага. А Сюрт уничтожили, нет? Да, уничтожили, около меня горит. А, все понял. Ралли убил возле ганбаттере, там, где мы... Yes. How are you doing? We still have attack on ганбаттере from west side. С востока. Блять, с востока на Франкове, с востока, блять, атакуют. С востока прям. Ой, запада, запада, блять. Скажи, запада прям. Да я думаю там. Ну. Я думаю, там. Обороняем его траншею. Смотрите, обороняйтесь в этом районе. Сейчас только что подъехала машинка к вас с востока, я его. Там пытались лестниц. Видишь, на карте кручусь. Кирс, погоди, гранату кинул. Ляж. Похоже. Так, еще раз. Вот передо мной, видишь, двигаюсь. На поле передо мной прям серый ралик у них там. Я понял. Си, Франко, чек Чарли Парк. Ебаный свой хуй. Сейчас попробую. Так, смотрите, в траншее пехота, противник. Sorry, what, Turbo? What did you say? Check Charlie 5, the MMP. Еще есть, Стюарт, слышу. Enemy tank might be approaching Frank. Машина едет, грузовик Сьерра. Да, вижу. 345. Еще Стюарт примерно с той же стороны. Слышу. Ой, ко мне кто-то идет. SSC, Outlaw, can you take my spot? Yeah, copy that. Так, ралик испанцев там, где был наш ралик, это запад ганбаттери, в том треугольнике. Вот ближе, да. Turbo, did you clear the enemy from the farm before did you get там the ralik? Maybe, yes. Они уже на смотрите, у нас пехота сзади. Make sure you kill it the next time. Enemy right point marked for artillery at Frankville. CC, we're losing Frankville here. Can you get a rally up? Yeah, I see him. Отличный спас. В поле. Kirst, can you send a few people to crossroads just to pull this one? Copy that, Kirst. I'm sure you're going to go. The friendly's out of there. Попросит пару человек сходить на кроссроад попробовать. Так, я могу попробовать с поля. Давай. Так, у нас ралика нету. Два человека на... Я прям резался, возле меня. Кто-то ралик снова здесь. What do you want me to do? Скажу, где четвертый из... He lost Frank. Ааааа, just go farm. У них ралик, походу. Lord of Olives. Назад, назад, на метку. Отойди на метку, обратно. What, you want us to attack farm? Yes, that... yes, don't go farm. Давай, зону прям. Ох, фак. Нас завалили на кроссовку. Лорд оф Олифс, отойди на метку обратно. Зачем он так не появится, Керст? Well, who you got a tank, or then take it. А, нет. The Russians take the tank again. Керст, you take the tank again. Стоп, Году бери танк, Году бери танк. Армейс gonna take it. А сейчас выйдет. Ралли готов. No, Russians take it. Ой, я его очень Russians take the tank. Я забыл, что сзади враги могут быть. 16 секунд, скажи нашим, через 16 секунд. 16 секунд, we'll take tank. Не брали танк. Я поеду. Донбасс и Турбо, you go farm. Yeah, we're going. Че, я... Yeah, we're gonna take farm. Сиси, Керст, request and clarify. At least drop smoke. Блин, Эрвин. Блядь. Скажите Эрвину. No, you can't Спасибо. Squeeze through that. Куда? You have to drive from a proper hole. К вам, короче. Mm-hmm.
потому что у вас жопа там где. Да, у нас тут танк едет к нам. Годлай, тебе так не мешаю, смотри. Все нормально. Ты меня не видишь? Не, я тебе вижу твой ствол, но ничего, все нормально, я адаптируюсь. Угу. Ты просто смотри. CC, German squad is a good position to push like now. Окей. И фарм попробуй, давай фарм попробуем, а? Я go, German squad will defend the first squad. Окей, German squad. Может, у меня получится. Буду, нам надо сюда, ты. Да ладно. Блядь! О, нихуя. Enemy truck going to perco. Пушка, пушка на фарм. Точно, там пушки же были. Вот, давай, атакуйте вместе с... Какой-то шумин, да. Ройер радио кто-нибудь может? Ройер, можешь ко мне сюда? Или что-то там делать? Давай. Мины поставить здесь. Can we have dead spawns? Tiny bit of dead spawns at record? Need dead spawns record. Мертвый... А, ну ладно, у нас нет мертвых. У нас так где мало. А там пушка, блядь. Донбасс, are you... Мы взяли where are you, Донбасс? We're trying to attack farm. Мы все флаги почти там делали. Немцы будут. Пусть немцы обороняются. See you running. Власов тут just now got knocked down. Hey guys. Lord of Wolves и радио оставайся. We're trying to get you. Смотрите, чтоб они с Франквилля не пошли. Sir, Germans what? Ага, расставляй мины. We have captured the flag, Lagrand. We need some help, I think, to да, secure да, the да, flag. Можешь на Шимин пока, Годал, можешь пока на Шимин. Just try to do it on your own for now. Все, sorry. Понял. All right. Ну, танк, конечно, подорвали, блядь. Вас убили? Да. Пушка, да. А где такая пушка? На фарме. Там же их несколько. А, да, да, да. Это доброта моя. А, так, если можно... Машина по западу. Угу. Так, смотрите, у нас только что Олива убили. Так, нам на ганбаттель вернуться, да? Да, возвращайтесь. Амин, конечно, можно. Whoever's waiting in maybe send them to crossroads. Yeah, we're losing crossroads. Три. А, три. Я три поставил, короче. Так, заходит пехота с запада. Готл, пошли назад. Там немцы. Есть. CC out door, please check my spot. Да, ты не слышишь, чекерст говорит, что ли? Он мне приказов других не давал. CC, I'm going to walk to farm. Уже в траншее один. С западной стороны. И у нас... да. Это интер, они в траншее. Ну что вы там? Заходит с западной стороны. Там нету? How about you attack like instead of farm? All right. Well, that's what you want, and that's what we'll do. Ah, yeah, sure. You can, One squad can go to record. I think it's gonna be Donbass. Donbass go record. Who's first? Roger. Turbo, can you go crossroads, please? Crossroads. Enemy tank at crossroads. Enemy tank crossroads. Can you go crossroads, Turbo? I'm crawling the farm right now. After I die. Аккуратнее, не стреляйте. Okay, Баск. Тут так и так. Crossroads, Turbo goes to Brekor. You Russians, you do. Godel, танк. Godel, танк. Я понял, я говорю. Who's taking the tank at main? Russians. Окей. Okay. Да, восток, черт, восток, а копку много. Так, у нас ралик есть. Какие же здесь сратые спауны? Get some pressure on their manor. Еду к вам. We're working on it.
Yeah, we're working on it. Там один обстреливает вас с пулемета. Тут арту еще накрыл. Так, сообщайте, если у нас будет падать флаг. Их было много на норде, всех убили на западе, ой, на востоке. Может, мы все будем защищать баттери, вроде у нас все нормально. Да, броняйте баттери, я просто спавню. Girls, are you gonna capture record? No. Ой, у меня... Ласка, what's the sound of the crossroads? It doesn't look too good. I cannot capture record. У меня спаун на ган баттери прямо... Well, Donbass is gonna come. Keep trying. Он около седьмого складного. На дороге Керст враг, сзади. How are you getting shelled by RT if gun battery is getting shelled by RT? Do they have two mortars or what? They have three mortars. That's bullshit. What the fuck? Why do they have three mortars? Go, пометки танк, пометки танк. Go, прямо на тебя танк будет выезжать. Он сейчас справа от тебя будет. Справа от тебя танк будет. Си, enemy танк в right. На gun battery. С востока атакуют. I наши прикрутманы работают. Are you going to defend gun battery? Yeah, we're defending it. Инженер, okay. Так, у нас рад представили, отлично. Считай, на мануле помог. Баска, you have only one guy and he's on the mortar. Мануле нужен инженер. Bunker. I know. Так, Что делать? На году, в принципе, спать там где-то есть. Никитов нет. Не, я все понимаю, но... Ах, тарта нам работает. Смотрите, только они... Они скорее... Так, смотрите, соспотили противника, пехота идет с этой стороны. Ну, понял. Году, да, наверное, в сторону метки смещайся, они могут выходить только вот со стороны метки. Я тебя понял. Так, у нас заходит с востока за ганбаттери заходит пехота. Смотри, как я перепрыгну. Баска, you still can put some pressure on crossroads, if you can. Убили или нет тут? Убил там кого-то. Ой. Но мне бы инженер бы. Теперь спаши, поможем нам, Маннори. Да. Пехотинца с левого фланга. Угу. Donbass Kozak, can you switch to radar bunker? And Baska, can you switch to Brickord? Yeah, we can. Четвертого складного убили, куда я смотрю. Заходит с запада. Кого-то убили. Кто меня чинил? С востока заходит. Сейчас с запада, где лафет пехота. Метки киньте. Где? Отсюда? Да, вон там было. Okay. It doesn't look like it. Не, есть ремонтный кит, только она же взяла. Давай я сяду. Давай. Да мне только еще дошло, что на севере их нет. Yeah, we're on the way there right now. Why are you driving a jeep? Just spawn there. А заходит с востока стороны, с этой стороны. Все понял. Тут стреляет, да. Где-то слева готов было. Слева похоже. Не вижу. Я понял, но не вижу. I'm solo capping Brickhorn Manor. Nice one, Baska. Вот, где цены, где мы пошли? Угу. Заходит с... We're coming, Baska, we're coming. Send help! Please, one! I'm about to come! I'm about to come! Атакуйте в сторону Брикорд. Атакуйте в сторону Брикорд. Please see, radar bunker is under heavy attack. Я буду смотреть западный, все остальные атакуйте Брикорд. Daniel, that spawns at radar bunker?
Готл, не приближайся к флагу. Там я будет. Стою здесь просто. Так, и у нас пехота замечена отсюда. Дмитрий, давай туда чуть подойдет. Если надо добросить, я доброшу там пехоту. У нас ралик заблочен, на мне пехота. Все, я понял, еду. Гугл, а с этой стороны машинка просто появилась. Пехота в траншее, в нашу пушку. Да. Минус одного пехотинца. Отлично. Снял. Вернуться на флаг, нет? Флаг падает. Нужен кто-то. Тут, наверное, кто-то еще. Там, наверное, внутри сидит. Да, сейчас проверим. Если что, мы... Баскет, switch to crossroads, I completely stop asking on the front radar. Мертвый. Тебе где тут помочь? Germans, are you... Yeah, we could push Frankville. Yeah, just go for Frankville. Готл, помоги на кроссроуд. Иди на кроссроуд. Сможешь? Объездом ответил. Объездом, там большой ралли, Frankville. Питон, пускай они сами. Помогай там. Они не удержат его. Помогай, там нет спауна. Да, ценно. Ну ладно. Как скажете. Там ты как раз, может быть, сможешь перехватить их, этот стюарт. CC, I send my tank to crossroad. Squad 1, please, spot for enemy tank. Так, да, продолжайте атаковать в сторону Андрику. Мне надо один человек, чтобы был в флаг-зоне, я буду смотреть запада. Пускай они меня сейчас спотят все там, что я есть. Я сказал, да, я сказал, чтобы они спотали тебя для танка. Пехота может быть... сзади нас. Угу. Слышишь, пехота? Если enemy infantry between machine and crossroads. Обернись, на другой сей. На заднем сиденье оружия нет. Ну ты видишь его, нет? Не было. Lord of Olives, иди во флаг-зону, смотри, чтобы они не прошли с этой стороны. Чуть даже за восточные. Вот здесь что-то прошли. Ралли уничтожили вражеские. Годл, я слышу танк где-то около меня. Вот с этой стороны, вот здесь где-то. Но я не могу так ездить туда-сюда. Ты знал. Enemy tank approaching crossroads. Нет, танк из у нас противник на ралике, надо возвращаться на... Он был заспатен. Он по дороге... Машина подъезжает по флаг-зону. А, это своя бы. Он был только что ралик подавлен. Не убили. Минус. Отлично. Блин. Ухожу. Ройер, прикрывай меня. Убил... Да. Танк убил? Да. Да, все отлично. Так, сзади чисто. Куда? Что, куда? Так, это продолжает дальше кроссроту бронеть помогать. Сейчас развернусь, потому что мне тяжело. Угу. И там... Просто если я на секунду остановлюсь... Не останавливайся, не останавливайся, да. Наш город Шумин теряет. Нет, мы захватываем, мы потеряли его, они сейчас захватывают обратно. А. Помогите, может быть, если пройдете, успеете. Мы тут с Орфсом останемся. Или, ну ладно, кто там пришел? Он взорвался, Я понял, я просто проверил и все. И чем помогаем? Легран Шимин или нет? Машинка едет. Кто может выйти на Шимин, а кто может на прикуп мана? О, они как раз... Труба, you can go farm? Да. Чемин, окей. Okay. Погода, машинка заспущена. Да, я убил, забей. Все, убили. Ралику 2 минуты осталось. Надо переставить. Ну, я не знаю. ТВ, заспался на ралике, подожди. Меня. Двигайся куда-нибудь, я не знаю, может быть обратно к нам возвращайся. Видишь, говорят, шумин, они потеряли. Да, мы потеряли, потому что... Но я могу там помочь. А ДНТ, поставь там ралик. О, машинка снизу едет, Горло, видишь? На карте. Да, слева да, будет. Все, иду. Americans are attacking gun battery from the south. Да,
Ставь, ставь, ставь. Еще разворачивать. Танка нет? Нет. Вроде. А, двигайте на Шимин. Есть. Ну, в смысле, пехота тоже. Тебя пехота двигайте на Шимин. Пусть на атаке на Ренбатри. А, нет, нет, есть. А, пехота спереди. Так вот, идут пехота. Да. Возвращайтесь на Ренбатри. Перезаряжай Гуру. Убил? Кто перезарядился? Гуру, помогай на Шимин. Сзади один пехотинец точно был. Еду на всех парах. За нами бежит со взрыв пакетом. Сворачиваю. Он спрятался. Иду. А, так пока отбились. Блять, застрял. Все, ну, смотрите, я сделал кто... дело. Все мы сделали. Мы там шухер навели. Бля, все равно проигрываем. Как? Да? Пехота на Ганбатере. Два человека в машинке приехали. Теряем Ганбатере. Еду по. Забираем обратно. Зря я сюда поехал. Все, взяли. Там в траншее с восточной стороны, около второго складного. А где-то в районе метки. Дымы кидают, заходят к нам. Порылый ШХ. Ну ладно. Дымы ждать. Дымов только на. Дымы только на арте были. Я же запросил, нет дымов? Ну ладно, но я имею в виду это толк. Germans, what are you doing right now? Все, бежим. Yeah, I'm just clearing up the chaos, sorry. Я бегу. City, German Civil under heavy attack. Сталин, у тебя игра крошится или ты выходишь все время просто так? Прикрываю, давайте, ребята. И на флаге. Я буду в бункере внутри ныкаться. Я внутри. Я заныкался. Тут был немец. Ой, меня заметили. Перезаряжаю. My sneak attack on Frank will fail. Let me rally point down at Chemin. Okay, go to radar bunker. Copy. Может на машинке герстап побуду? А там не проедешь, там эти... Дайте дымы у кого-то есть дымы. Я убил несколько человек. Мы сейчас на вражеском спавне будем внимательно. Атакуйте, пока время есть. Drop some smoke on my spot. А, нет, к вам бежит чувак, прямо наперерез, к вам бежит. Дороги? We are trying to get out of the territory. Warning or low? Like chickens, like the other squads. У них еще и укамный спаун есть, капец. There's infantry right on the flag. Вот тут бы нам бы танк не так, тут бы танк не помешал. Я тоже хочу орбис for Germans, we fucked up. Help Russians at the radar bunker. Copy. Сейчас сколько здесь секунд, кстати? Я сейчас добегу, поставлю и скажу. Может, да, придержите спаун. Я придержу лучше. Бля! Нет, не под... блин, меня убили. Dream TV, у тебя прям рак, левее где-то, левее в зеленом. Там дымы летят на флаг. Прям чуть дальше тебя. Снял. Убили его. Тут сложно, тут не пройти. Тут сложно, но это я сказал вообще. Надо было с другого
Значит, надо попробовать пройти сюда. Сити, what? Где-то у них рядом, Ролик. О, там два спауна. Спаун на краю поля, спаун у камней. Там просто сложно пробиться. Так, они со стороны дороги к нам заходят на Ролик. То Ролик уже. Ролик минус, да? Да. Да все, бросайте. Давайте попробуйте от главной базы сюда проехать на машинке. Не спаунитесь пока остальные. Главная база есть. Ставьте ралик и... Да, опять машинку забыл. Какие пидорасы, блин. Ну, тут уже, да. Давайте, сюда ставьте ралик, какую-нибудь дальше будки. Ну да, там третий отряд подходит. Ну, ганбаттеры забирают. Может там рискнуть и прям на ганбаттере пройти? Да, давайте на ганбаттере. Пока есть возможность там. Мины, блядь, там аккуратнее. Мины, смотрите, мины, да. Ставьте вы ралик, выйдите, ралик. Киньте его с забора, да. И бегите вперед, выходите, выходите, кто в грузовике. Эй, мать, 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 ралик поставили, да? Да-да-да, у грузовика американец, у грузовика американец. Поздно сказал. Давайте через поле, через поле. Он бежит к кралику, бежит, блядь. Вдоль забора кралик по дороге. Быстрее, бегим, бегим. Прям непосредственно на флаг, прям сразу. Все на флаг. Блядь. Опускаем, опускаем, опускаем. Под навесом один противник. Almost neutral. Пускаем. It's going up. На флаге на ганбаттере наши? Да, 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 наши. Бля, своего убил, сори. Все, атакуйте дальше приход манор. Я воюю на маноре. Я в домике. Окей, Гарс, you stay at defense. No, hold on, Гарс, can you attack? No, can you attack Precord? Атакуем мана. Атакуем мана. Тут испанский отряд. Keep the offensive going. A curse, I got that rally. Капа, thank you. Ебать, там два миномета или три миномета стреляют по нам. Group, we have no one. Может, бункер возьмем все-таки? Его как бы проще дефендить. Я попробую сейчас в обход. Пошли на прямую роэру. Баска, what the fuck? На бункер. Well, there's nobody attacking the ground. Leave one guy in a frag zone. Нет, пока не трогайте бункер, атакуйте самый Брикот Манор. Он тут прятался где-то. Это может попарить было? Как раз это. You see, raid the bunker is impossible for us. We just made a rally near Brickcore. Ну, окей. Атак Brickcore, да, Грамонс. No, no, we are focusing on defense on gun battery. German will defend gun battery. Как это вообще, блин? Мертвый не спамьте. Есть. Я надеюсь, меня никто здесь не убедит. Да, бункер вообще никто не защищал. Ребят, на бункер все. Вас в здании сзади. Да, на бункер все. Не-не-не, не спамьте, не спамьте, сейчас будет на ралик. На баттере, блядь. Да на баттере надо, блядь, отбить. О, райдер. Готово. Надо бить. Давайте на этот самый, на бункер. Там будет другой сквад, там вон сквад второй. Они сейчас возьмут манор, а с манора удобнее атаковать ганбаттери. У них там танк есть. Баска, there's no one in the fucking capital crunch, I mean. Да, хорошо. One guy. There's two guys fucking observing the flag one. Yes. Давайте, они еще не знают, что мы идем со стороны. Так, много меток на флаге. SCC, Atler, please drop smoke on bunker. Все, я помог. Copy that, drop the smoke. Смотрите за минами, аккуратнее с минами. Они не знают, что мы идем. А, знают. Убил, да, да. Троих убил? Да. CC on minor enemy on the second stage of our...
О, в принципе, норм, у нас 4 флага. Germans, 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 you defend record. Germans, you defend record. Склад. Есть кабинет. Продолжайте атаковать, я ухожу на ферму. Флаг опускают, флаг опускают. Сука. See, why no one defending... Смотри, какой-то гад стреляет, не знаю откуда. Make rally, state. Make a squalid rally. Убиваю немцев. No, sorry. На раллике у нас противник. Да, я вижу. Так, давайте от Шимин на ганбаттере, помогайте. Тут Тандерман есть, я его убил. Я наполовину опустил, вы... А, ушел. Двойную защиту сделал. М? Двойную защиту сделал. Да, отлично, на ганбаттере, спаунтесь на ганбаттере и атакуйте прикрутманер. Манор, есть. Я опустил. Отлично, ништяк. У них ралли где-то у края карты был, на чем на чуть севернее. Cursed, just go to the farm, man. Keep going. Yeah, on my way there. Меня тем кинул миномет, вот урод, я можно даже поднял. Oh, а мы что делаем? Откуда идем? От батареи? Мы можем запушить бункер. Да на... Радио, появись на базе. Или Роер, появись на базе. На машинках ворвемся. А ССА килда не мне. Давайте в два джипика сядем и попробуем проехать на флаг. Ну хотя они уже там. Какой-то прикрутманер. Хорошо. И готовьтесь, у меня. Ну, нет, еще не будет у меня кулдаун. А что если вопрос? Олег, а сколько тебе? Я не знаю, сколько у меня. Где-то больше минут толкнуть. I hear tank coming to Brickwork Manor. Прям на флаг втроем едем. Directly from south. Только не через мины. А, там где-то мины есть. Ой, слушайте, я не знаю, как мины. Так, народ, готовьте, ждите, у меня... По дороге, там дорога есть. Да по дороге едете, прям выйдете. Так, у меня 47 секунд, ралька. Пока броня, типа, этот самый ганбаттер помогайте. Ну или что там есть рядом. В общем, нет, мертвые не спаунтились. Ждите. Я забыл, что на бункер нельзя проехать, там же эта херня да. Такая. Ждите, 35 секунд, не спаунтесь, мертвые. Germans, you are supposed to defend Brickord. Do you want to stay at combat or why do you have a rally here? We lost Brickord in the meantime and now it's ring capture, actually. На тебя бежит аккуратно. Не появляйтесь, умирайте, не появляйтесь. Окей, stay at combat. Да-да-да, он прям за машиной сидит. Все живые, суицид. Рекорд, сквот. Сахар. Готовьте, сейчас будет ралик. 0-2 секунды. Два у камня у дерева слева, тебя заметили. Готово. Все, 7 секунд. 3. Не левее, Роер, левее, левее, еще левее, раз левее. Вася, за мной, за мной, за мной, за мной. Только бегите по одному, чтобы на минах... За мной, за мной, за мной, за мной. Нет, нет, попей по траншеям. Well, retreat there. Retreat, Chim. Смотрите мины, аккуратнее мины. О, опускаю. Подло, ага. Где, в доме? Или где? А, за, в западнее дома, старше убили его. Окей, just counter-attack from the main base, then. CC, many enemies coming from bunker to crossroads. G5 to start free, many enemies. Вот нашли флаг-зону и захватили, а потом куда-то двигайтесь. Да, 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 вот надо действовать. А, у них есть ралик. Там откуда мы пришли к дому? Crossroads is great. Чуть южнее чуть, флага, чуть я так понимаю. We're gonna recap, but чуть hang южнее on. Идут. С, немного с юга. Это мина. Он 3 мины кинул, и 3 взорвалось. Просто взрыва не было. Так, обороняем. Надо ральк переставить. Желательно где-то вот с этой стороны. У дороги сможете переставить ралик? На... Вот здесь, вот здесь. Ага, радио. Do they still have that sword? Радио. А посмотрите, кто наверху со мной в окна. Обороняйте. Есть.
Я на Франкфурт ухожу. У них вражеский ралик возле меня вот на краю. А, убил его. No, squad 1 is not staying here. Squad 1 is going grunt him in. Yeah. Мы дефаем, да? Да, принял. Я выйду на позицию, запрошу сквад нам на подмогу. Просто осматриваю. Вот, то есть на забор запрыгнуть. А вижу пехотинца вон там, где самолет. Самолет, пехотинец. Понял, на час. Ну, бежит тут, там. Тут колючка невидимая. Убейте его там, где самолет. На маноре много? А, что на маноре? Врагов противника? Много? Я появлюсь там. Да. Попадите кто-нибудь в него. Так, все остальные пока держите флаг. Года, Team TV, Оля, тут Андрвар. Тут один пытался прибежать, откуда ты шокерс. Угу. И вас остановил. Он убегает далеко. Он Дримпива, не уходи далеко от флага. Yes. Okay. На нас миномет направили. Угу. Прячусь в здании. Если можете, поставьте мины. I'm gonna spawn at farm just in case. На маноре отбились. Появились на reinforce farm. Yeah, good. Кто-то пулемет взял. Фарм. Ни хрена не нет. Dead people spawn farm. На ферму. У нас говорят, что ферма атакует. Есть. Я сейчас появлюсь. Флаг нормально пока. А так, двигайте на. Enemy Stuart leaving main base. Так, что-то едет. Это наш. Да, Стюарт, нет, сообщили, что Стюарт покидает главную базу. А двигайтесь, наверное, на Франкпель. А если можете, пройдите вот куда-нибудь сюда. Окей, а этот флаг кто-то будет оборонять? Да, сейчас запрошу. Через меня машинка едет. CC, Баска, can you defend farm? Машинка едет. Не проехал, да? Уже проехал. Нет, остаемся на ферме, остаемся на ферме. Смотрите, у нас... Так, обороняем ферму. У нас, да, он один где пройдет? Кирст, где пройдет? Пушка к северу. К северу забуду. Так. Понял. Вдоль дороги западнее раллик за машиной, лорд. За машиной враг. С8 на дороге один есть. Да, от пушки идет. Получается, на 10 часов от флага по траншеи сейчас. С8 дорога. Иду. И к нам подъезжает с севера. I hear Stuart somewhere north-east from Frankfurt. Сейчас там наш на пушке. Пехота в траншеи. Stuart is on record manor. Есть, у них там ралик есть, я его уже убивал. Ралик от фарма на западе. С 10 часов, 10-11 сюда. Так, ралик. Смотрите, у нас тут только что человека убили. Вот здесь, да, там, да, там примерно ралик. А тут... Меня убили. Cross-cross, I'm not sure. Yeah, we got a few guys coming in across roads, but we're holding it so far. Где-то да, убил. All right, we got a big push coming on across roads right now. Аккуратно, heavy mortar at Breco, Manor, CC. Он от домика, кажется, от домика стреляет. Блять, отскочил. Outlaw, do you see anything on my... Ладно, пока держим. Будем здесь, наверное, да? Или что? I'm not seeing anybody, it's out of range though. I'm coming to you, guys. I'm coming to farm. Через меня проезжает. Он where? Прям ровно через меня. From record. Отлично. Смотрите, север идет, Стюарт к нам.
Били, все. Ралли, да. Дампанк, can you send squad to defend farm? I can attack Frank. Дрим, ты вообще No, I can't. Just stay at the defense right now. We're doing fine. Меня кто-нибудь слышит? Пьем. Да, слышим, слышим, Кудал. Yeah, the Yankees are attacking farm. На ферму такой народ, не уходите далеко от флагзоны. Всё, понял, бегу на ферму. А мы вроде отбились. Там HQ только кого-то он не нашел. Сейчас я пошумлю на этом или нельзя? Да, давай, давай, давай. По на фраг на Франквилле пошумлю на севере. Да, хорошо. Не, хорошо, молодцы. Прям взяли точку как надо. Они просто уже расслабились, им как бы уже выиграли все, чаем. Да нет, нет. Не, ну мы действуем так же, как и в первом раунде. Хотя, с другой стороны, что у них две выигранные битвы. Тут так, они суицидятся на Франквилле. Где-то будет ралли, может на нашем флаге, смотрите, запад. Хотя нет, может у вас там. Донбасс, Казак, maybe you can... Иду на запад. We're recapping Crossroads. Они, не только right. Вот тот отряд, который на Франквилле, пара человек сделал на суицид, где-то еще появится. Это испанцы сейчас. Кирс, ну не знаю, тут никого нет, он на заходил в флагзон. Кого-то убили на востоке. Угу. На востоке кого-то убили. CC farm's gonna get under attack. Восток. From north, mm-hmm. Брикорд. А, значит, за Брикорд идут с севера, пехота заходит. Наверное, откуда-то отсюда, либо через поле. Там, да, смотрите, машинка. Метка машинка. Я ее упустил, а он пошел. Там один человек, говорит, был. Но он уехал на верхний флаг. Он пока здесь не нужен. CC, Dumpunk, send squad to farm. Ты с базы... Слышите, что-то есть? Грузовик или грузовик? Откуда, куда? С базы, по-моему. С севера где-то пушка, кто на пушке? Рейкерс, ты можешь атаковать Франквилл. Давай пушки, враг занял пушку. CC, enemy infantry, east of farm. Так, это International, уже другие. Так, давайте, мертвые не спаунитесь пока. Мертвые пока не спаунитесь. Звука такой. Блядь, своих убил. Мертвые пока не спаунитесь. Сюр, давайте, контратакуйте ферму. Танк едет от базы. Что с флагом? Пока на месте. Угу. А чё они движутся, нет, не понимаете? А где они все? Чё они так медленно идут? Немного стюрт, поднимаем. Стюрт прям на дороге, можешь заметить. Не спамьтесь, если что. Они hold on, guys. Hold on, who's your attack? We're gonna need some help of farm. Yeah, yeah, I see. My guys are gapping. Заберите точку, кто-нибудь. Probably still enemy infantry east. Танк у Ралика. There's an enemy tank at the farm. Не спамьтесь. Смотрите, у нас на Ралике пехота противника. Это танк проехал. Танк, мне кажется, что я слышал, но он может быть где-то... Enemy infantry на Ралике, на Ралике. Прям, танк. Да, на Ралике. Где там была эта базука? А, ну ладно. Он уехал. Он прям на мне. Так, мертвые, не спаунтесь, мертвые, не спаунтесь. Там два сквада, они должны удержать. Давайте суицид, сейчас будем атаковать Франквилл. Суицид? Enemy attacking crossroads from the south. Да, суицид. А, ну ладно. Давайте. Так, вот... Томас, make sure you defend it. Ждем. Germans go to crossroads too. Germans go crossroads. Да, и к нам. Так. Смотрите, по метке есть Панцерфауст. Давайте во флаг зон. По метке Панцерфауст есть. Побежали. Давайте. Все разом. Угу. Чё прям на танк? Тихо. Не кричи, не стреляйте. И не стреляйте. По метке смотрите Панцерфауст. В здании рядом Панцерфауст есть. Два Панцерфауста. Окей. Давайте быстренько на флаг.
Они знают, что мы здесь. Я точно знаю. Флаг за... А, я заблудился на фланге. Опускаем. Все, опустили. Смотрите, подберите панцерфауст, убейте танк. Я на крышу. Отлично. Танк. Отлично, Роер. CC, Астюарт Бестроид. Чимин под атакой может сесть на грузовик доехать. Good job. Или полный ралли кинем. Наверное, лучше полный ралли кинуть. Can you make a sneak attack? Так, где-нибудь. Кто-нибудь подойдите ко мне. Окей, я. Go on, Чимин. Слушай, если мы раунд выиграли, то надо шестую доделать. Это не от нас уже зависит. Так, смотрите, обороняйте пока. Ага, обороняйте, смотрите, с юга они могут пойти. Поставьте опять мину, где я говорил, вот здесь. Пехота где-то на уже севере есть. Где-то побили. Ага, да, меня только что... Тут тоже только что убили. Так, где, откуда? Я пока никого не вижу. Шишмин... А мне откуда стрелять? А есть сейчас. Да, заходит север, северо-запад со стороны нашего врага. Там, где мой грузовик, есть враг. С запада. Джамас, can you move to branch to min flag? Make a rally there. Я вижу его. Go ahead. Там на флаге где-то он один. Бля. Нет, не на флаге, где-то впереди, где говорю. Севера какая-то хрень подъехала. Бежит пехотинец. Минус. Я не понимаю, откуда они. Нужна помощь, наверное. Они очень быстро опускаются. Смотрите, куда я на джипе еду. Ассасин, вы лузен Франк. Все на флаг, все на флаг. Керс тут где-то наш. Окей, that spawns Франк. Понял, все понял, откуда. They're probably attacking from west side. Кали наш убили. Сейчас переставлю свой. CC, we get a huge attack going on at crossroads, we will stay there, okay? Откуда, что говорите? Запада, смотрите, убили. Enemy squad at Brekulmana. Ой, Роер, я чуть тебя не взорвал. А, я думал, what? Enemy east of Brekford Manor? Стюарт, east of Brekford. Класс, передо мной. КП. Все, минус. Он арту навел. Это пол, он может быть складным. Кит складной. Похоже. Так, у меня еще полминуты. Держите флаг. Вот арта пошла, он навел заряд. А че, полминуты мы полный можем кинуть? Вы можете полный кинуть? Ты переставляешь, нет? А попробуйте, значит, это вот здесь. На флаге никого нет, ребят. Полный. Где он, там на маркере? На флаге никого нет. Да, на метке, на метке. ДМТВ, пойдем кинем. Да, не разбегайте далеко. А, кто там? Кинь ты в углу. Я пока посижу. Отлично. Грузовик от Манора слышен. Или джипик, чуть северный. Туда уехал наш грузовик, его вынесли, похоже. SSE, enemy infantry east of farm, coming from main base. Я волю. Тихо, спокойно, но наша точка важная. Да, у нас все точки важные. Может нам прокатиться куда-нибудь? Не, ты что, если потеряем точку, все. Да, я попробую сам пройти, если что, как обычно. Здесь есть другие киты, кстати, на точке? А, да, смотрите, значит, здесь, блин, пометки снайперка херовая есть. Ага. Значит, всё, ладно, я снайперку беру. Вот тут панцерфауст, и тут панцерфауст. Ага. Так, а с севера миномет обстреливает. Север машинки заезжает с севера, может быть, с восточной стороны. Yeah, Germans in the country, man. Okay, okay, but we are also defending crossroads and it's busy. Мину поставили, нет, здесь в... Там не машина. Well, clear it out and then go for Shamin. Donbass is in the safe crossroads. Okay, okay. Так, я только что убил Гиоту. Пехота на мне! Так, на мне ральк, на мне ральк. Одного убил, и машинка на мне.
У них походу ралли они поставили где-то. Раллик на мне. Вынес? Убил, да, убил. Все отлично. Блять, все равно спецназ. Ралли заблочен. На нашем? Ралли был заблочен. Наш? Да. Только что. Смотрите, они значит с юга заходят. Все не разбегайтесь. Переставили. Все не разбегайтесь. А, ровно юг, лорд, там у тебя могут быть враги. Это я, нет, враги не там могут быть, сзади тебя. Он там пробежал. С флага, блядь, все ушли, Blast кроме меня. Я не удержу. Да-да, Власов, впереди, вон там забор слева. Еще один раунд будет после этого. Видишь, где пыль? Убил, он бил. А, это Пола. Вот он опять, блин. There's a big push coming towards Shemin CC. Еще один раунд, справедливо. А если нам танк дадут, может быть что-нибудь. Я добил радио просто. Пехота вражеская! Впереди, да-да. Радио передай. Сейчас идет адрес, смотрит с And Один миллиметр. Два миллиметра. What? Again? На крыше, на крыше. На крыше под фаттлером. Я воль. На крыше, на крыше. And Frankville, under attack, Frankville. Oh, fuck. На крыше противник. 17 секунд. Они подходят где-то... На флаг, все на флаг, ребят, все на флаг. Пожалуйста. Радио, найди их, Ралик. Я же говорил. Ну я их отвлек, блин, батаре. Просто флаг надо отбить. Да, сейчас поднимаю. Все, Ралик, не хочу. Тихо, лорд, это я. Ралик, минус. Да впереди, да. Впереди. А, все, чисто. Поднимаем. Поднимайте. Все, северный капель Франкфурт. Стрельба. С юга. Ой, севера. Рейк. Well, we're speaking with that two squads. Лорд, у тебя внизу, в домике. Обходит. Где лорд сидит, за ним дом, там противник. А, все, отлично. Вы Ралик нашли, да? Да-да, Ралик вынесли. Радио. И землемет все. Красавцы, главная победа. А все остальное ерунда. Гарант взял. Блять, они с этим гарантом превосходят нас. Да не сказал бы. Все, пошла. Жара. Крестик остался. Не, нормально, мы взяли все северные, южные флаги все взяли. Да, а так, а или это наш машин, наш машин? Наш. ССИ, дан баттер из-под фаттлера. Тут миномет без патронов, вот говно. Come on, 20 kills for us. Come on, let's do it. Let's hit for 100. CC. We're gonna try to get him out. Ну пойдемте, отстреляем их куда-нибудь. Побыстрее. Сейчас у них блит будет. Сейчас мы с первого раунда играли. Будет шестой раунд еще, так что... Да, я на Мануру иду, может, отстрелять кого-нибудь. Не с первого раунда, а с первой битвы так играли. Стюарт is dead. Какой кадр, засранец. На видео какой-то. Я слышу... врагов по... А нет, это Керст так топает. Они очень много тикетов отбирают. Я же говорил, что они... Нет, я имею в виду...
было 100 с чем-то на 20. Они, наверное, набивают. Убил последнего. Hold enemy attack. Я тут пульмин поставлю. А мы рави кидаем, да? Тот... Нет, не надо. Вам только задержать их, чтобы... Да ладно, он долго же не проживет, чё вы. Нет, я не хочу, чтобы вы там за него бились. Как мы долго-то не будем. Ну ладно, ладно. Тут народу уже мало, поэтому, может, и... Правда, можем застрять надолго. Эй, Козак, do you have... давайте лучше что-нибудь... Дом... Дрим, ты можешь дом занять? Вот этот трехэтажный, который у меня нет. Как они так быстро устроили? Потому что машинками приезжаешь, чем защитники. You using the mortar? I'm grabbing to pick up one from farm instead. Okay. Talk of the road east. Record manor так куча пехоты там, где угол мейна. Yeah, it's probably surrounding and going to farm. Curse, why are your people at fucking Grand Chemin? No, you stay in Franklin. Yeah, they will be here. As soon as they get killed, they should go Frankwell. Okay, no questions asked. Так, давайте, Ройерка, заспаунь ко мне. Паска, I don't have the rally yet. I don't think it's useful. Done. Break out heavy attack this time. Ну как я не могу по ним попасть? Они в дом вошли, в главный дом. Не, просто поставили. The Yankees are attacking Brakul Manor. Прям тебе в доме двое. This is why we don't have our rally points, so that we can drop it down right here. Так, мертвый спаунчик обратно сюда на Франкфуль. Блин, вот ток появился. Attack on gun battery, probably from the northwest. Потому что тут у нас уже арта, значит, не все там противник. Его не сралик. Давайте Оливс и Дрим ТВ. Ласа, побегай. Так, у нас уже пехота, у нас уже противник. CC, Frankel under attack. Давайте мертвый на Франкфуле обратно. А где враги на Франкфуле? А мне кажется, они могли даже просочиться куда-нибудь на юг. Не знаю, ну спутнули для арты. Выпускаем этот флаг. А, хорошо, отлично. Я буду на миномете пока. Банкер is empty. Банкер is empty. Yeah, it is. That's the plan. You have to steward the north of gun battery. Что? Отлично, кто-то из наших там задержал. А, да, это радио. Ставьте минус здесь. Окей, Баска, but you should fucking next time you should stay at gun battery. Thanks for the help. Don't lose the gun battery. Yes. Okay. Correct. But we still need some reinforcements here. Оставайтесь здесь, попробую наш мин пройти. Я чуть выдвинусь на север. Может. Да, хорошо. Машинка, пометка, машинка. Есть, передвигаюсь туда. Убил обоих. Это райдер был. Фу. Где тут ящик? А ящик сейчас... секунду. А ящик... Ты куда? А ящик здесь. Я пока выдвинусь вперед, если что, может быть, поставлю ралик. We're trying to head to Brakul Manor again. Turbo, bring some more guys here. Как мы уже проигрываем, что ли? Блин, ну как можно так флаги терять? Там, наверное, все
все толпы навалились. Enemy Stuart somewhere close to Berkeley. Who is taking the tank at CC at the main base CC? Ombudsman is taking international. Okay. Чуть просканирую. Enemy Jeep passed by. Enemy Jeep passed by us. Пехоту видел. Gun battery is under attack. Mainly from the northwest. Okay, Паска. Понял. Паска. Gun battery. А, смотрите, у нас машинка здесь мелькнула. Наверняка так идет. Это ты, которого уничтожил, она пустая стена. А, взорвалась? Да. Там пехоту я видел. Ну, наверняка идут откуда-то, наверное, может... Смотрите на север отсюда. Но она стояла пустая, когда ты её уничтожил. Там два человека только ехало. Я на пушке смотрю направление. Unfortunately, I'm directly close to the tank. I cannot do anything right now. Yeah. The bus cover was supposed to be there, right? Just keep counter-attacking it. Может мне Ралик попробовать переставить, быстренько атаку сделать на Шамин? Только надо, чтобы вы суициднулись. Или, нет, наверное, давайте там вот два человека, я на пушке РНКВ и Годал, двигайте ко мне, в мою сторону. Проверяйте, смотрите на наличие. Баска, what the fuck are you doing? Я так проверю. Баска. Пехота возле прямо сейчас на мне. Thank you. Пехота. На миномете, у миномет враг. ССИ Франкфель under attack. Франкфель under attack, это был враг. Где-то здесь поставили ролик. Вот одного пехотинца убили. Радио твой спот? Да. А, пехота еще! ССИ, радио request on fire. Радио request on fire. Меня убили. Франкфель under attack from north side. Да, там севернее. Дмитрий, переходи ближе к нашей точке. Он, да, они там, туда, вот куда смотришь, там они. Баска, what the fuck? Where are you? Баска. No vittu, olenko minä vaikka valtaamassa lippua, saatana? Perkele, kun se on niin saatana vaikeata ymmärtää. Can you defend Frank? Баска. Ei se травы ни хрена не вижу. Смотрите, наверное, там еще могла пехота остаться здесь. Они могли пройти по восточной стороне. И, может быть, кто-то, ну, наш... Меня был... зарезали на пушке. На пушке зарезали. Во флагзону, во флагзону. Возвращайтесь во флагзону. Есть. Франкфельд still under attack. Да, стреляют. Гаранда. Дампан, send someone to Франкфельд. I can attack Шмин. Where's Baska? I'm asking where Baska is and he doesn't fucking reply. I'm dead. We're fucking dead. So don't why don't you fucking me? Reply? What? Yeah. I replied. I fucking screamed at you and finished in English. Nothing's punch. Nothing's punch. I'm playing Frankwell. No, we're attacking punch. Radar Punker. We need flags. No, defend Frankwell. I can actually... Yeah, defend Frankwell. Wait, Vlasov... Tell your people to spawn Frankwell and make a rally there. Well, there's like one good squad already there defending. We completely and lost gun battery. I would suggest that we maybe join Brakuma North with squad 1. Nah, yeah? Just go radar bunker then. Probably infantry south of Frankville. Так, сейчас будет Морали, готовьтесь. Готово. Ждем радио. Вы как, сами будете ли... Суицид. Да, мы сами пока сами. Сейчас ждем радио и... Так, Артуха пошла на нашу точку. Угу. Мы все флаги... Пошли. I repeat, probably enemy infantry south of Frankville. Колючка. Да, в доме мины. Аккуратно, медленно захватываем. Что вообще в дом не заходите? Тихо. Так, угу, опускаем. Так как мы так просираем-то, я непонятно. Сесивый капин Шамин.
на дороге юг. А с западной стороны радио застенка у нас с запада. По-моему, на втором... Нет, застенка от меня с запада. О, тут есть чувак, который все время мины кидает. Аккуратнее. Спин? Так, все, кто умирают на Франклине... Пехота! We still have infantry at Franklin, enemy infantry at Franklin. Здесь на Франклине пехота. I know. Спереди, впереди, Баска, left side, enemy. У них ралик на 9 ралик, где-то за городом, по-моему. На 9? Я убивал чувака, он оттуда прибежал. It was always painful for that. Да, да, 9, у города. Атака, на Франклине. Они оттуда бегут. Там второй склад, да. Откуда атака на Франклине? Баск, где ты был? Они идут за городом по северу. Двое так, у нас на ралик противник. Нам надо поставить ралик полноценный. Они заходят там, где мы зашли. Надо два человека поставить. Так, Годл, Ройер, все остальные бросили на камни на Шмин. Они ралик уничтожили. Надо переставить на мягкий ралик. За мной один. Давай, пошли. Пробую. Так Амикадзе убил ралик наш. Да-да, это убил на странице. Мина, блядь. Ух. Ох, блядь! Донбасс, enemy west. West of you, Донбасс. Готово. Там мин. Блядь, не прыгаемся. Ни то не прыгает, то не ложится. Там где-то противник. Say again, CC. Да-да, вот туда-туда. West of you, Донбасс. Идут тебе. Про какой флаг говорите? Про Шимин? Шимин, Шимин. Вражеский, вот РП. Убили? Окер, стал за. Все, уничтожен. Так, пехота заходит с восточной стороны с ready point. Они отсюда будут идти, потому что здесь у них спаун есть. Спаун? А, да, у них там спаун. А машина с базы приехала. Это HQ приехал. А, так, народ, двигайте кто-нибудь на этот самый, на... Керс, за тобой, я? Прошу, на пятом. Yeah, we can do that, but actually we are quite close to the bunker now. Ой, что-то взорвалось там. Okay, там еще один international будет нападать, он убил их. It's not very much to the type. We try it once, and if it fails, we go to the crossroad, okay? Около грузовика один противник раненый. Yeah, for sure. Керс, где ты был? Там еще нет. Керс, где ты? Ага, отличный пас. Тут ВВ... радио, тут есть СТГ, если хочешь. На столе вот лежит. Если радио не хочешь делать. Чё он там делал? А где тут снайперка-то? А снайперка... ВВ... Ну там херовая снайперка, по-моему... Такой, я понял. Это хаос. А может мы ралли кинем? Где есть ТГ? Мы ставили ралли, его ралли. Опять на 9 край города, 9 край города враг, один есть. Понял. И это опять, это интернешнл. Противник передо мной. 9-10. Я шамин, что убил. Кого-то убил. Блять. Еще одного убил. Так, Тарт, я если что отхожу на всякий случай, чтобы переставить ралли. Перезаряжаю. Но я убил с юга, кстати, двух. Так, да, с моей да. стороны, кажется, дымы. Годл, они выше заходили, просто он оббежал. Опять с базы, с угла базы идут. Так, машинка приехала. Один вошел, сейчас в дом трехэтажный войдет. А че в доме никого нет? Блядь, пропустил. Ну, он все, When we capture gun battery, stay there. Defend the gun battery, right? But, if you're gonna capture it. We're gonna keep attacking on them. Дымы. Еще машина какая-то приехала, слышал. А так, дом зашел, дом зашел. Стюарт. Рота пошла. А Стюарт coming from main base to Шмин. По флаг зоне. Нам нужен ралик, наверное. Сейчас переставим. Стюарт east of Шмин. Yes. Не, ну пока, ну ладно. Я взял взрывчатку. Дом первый этаж, враг. Да-да-да, противник, дом. Танк на главной дороге. Танк по главной, да.
Минус двух. Положили. Надо дом зачистить, дом на первом этаже, гад. И этот еще какая-то херня подъехала. Флаг. Блин, здесь самый бокс. Баска, can you go Brickers? Yes, with Germans. Второй этаж, граната, аккуратнее. Germans, you also go Brickers. Ама бокс по лестнице. Блять, сзади меня. Вот тут аккуратнее. Ага. Все. Сели, отлично. Блять. В дома, в главном. Первый этаж. Дима, теперь первый этаж. Их ты херишь. С севера много, заходим. Не храли их там по-любому. Heavy attack on Shemin. I'm afraid we cannot hold it. Так, я ухожу, опять если что. Двое в дом. Так, на генбаттере. Обороняйтесь. А если сможете, поставьте полноценный радик. Они со всех сторон прут. Где-нибудь здесь. Со всех сторон, да. Каждый день дед спаунс, maybe. Наш ралик. It was impossible to hold it. There were too many and the tank. Пробуй к тебе про... Нет, Акамиканцев, вот урод. Кеш, ты куда? Я попробую туда на ганбаттере пройти. Alright, Кеш, ты тоже go record manor, I guess. Под... Ждем, не спавнись. No, I'm gonna be dead. Alright. К тебе идет так, пехотинец. Так, сказали на рекорд манор идти нам. К тебе идет пехотинец. Да я знаю, не вокруг здесь. Так, давайте атакуем. Or somebody sneaks into Grand Chemin. Yeah. Атакуем рекорд манор. Мне кажется, из этого не выйдет ничего. Манор? Да, пока атакуете рекорд манор, я пойду на бункер. Возьмите машинку. А, видите, захватывают. Роер. Ага. Еще следующий. Погнали. Кто еще? Все, а, не, там поехали, 4? Погнали. Я думал, там 3. Все, 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 погнали. Керсти, не надо брать? Не, не надо. Я уж пешком. Не привлекайте ко мне внимание. Не гудите. Давай прям сразу на точку. Враг, сбивай его. Двух. Блять. Блять. Enemy tank at the crossroads. Да как хоть ты? Я главное сбил его, он умер, сука. Так, мертвый, не спавнитесь. Сейчас таком бункер. А, нет, подождите, 5 секунд, подождите. Черт, я спавнился. Давай, блин, ты вас завали его. Попробуем ману. I think the enemy's turret tank is currently at Brickwall Manor. Я вообще не понимаю, как наши ни хрена не могут взять, не удержать. Что за команда у нас дебилогов, блядь? 12 секунд, подождите. Три секунды. Готово. 5 секунд. Угу. За мной. Давайте. Без выстрелов, без всего, без криков. Тихо. Дальше двигаем. Дальше. Угу, отлично. У нас вроде арты нету. Там на джипе. Давайте, отсюда. Слева джипик, кубили, там наш. Да, пусть едет. Нет, пускай, не наш, да, пусть едет. Пускай не стреляйте. Аккуратнее все смотрите на мины, пулеметчик смотрите аккуратнее. Грузовик тоже не наш. Угу. Просто на флаг. На миномете один. Убил. Смотрите аккуратнее мины. Germans, can you spawn Rather Bunker after we capture it and go to Crossroads? Copy. I hear Stuart west from Bunker.
Видит танк. Баска, you also spawn radar bunker and go gun battery, okay? Радио пробежал. Alright, fair enough. Внутрь. Внутри, в бункере. Гранату туда дайте. Только не там в нашу комнату. Там стюарт ездит с запада. Там, по-моему, в этом самом бункере внутри был панцерфауст. Ходит Dream TV аккуратно. Откуда они? В бункере один. Запада, запада. Бункере убили. Они тут с запада. Так, где-то на юге. Да. Да, где-то здесь. Моя метка. Ребят, давайте на флаг. Си-си-си. Роджеринг, артиллерию, фаер, аниме, ралли, помните. Давайте новые ралли кинем там, где примерно... На юге. На юге я одного убил, чувак. Copy, I'm looking. Enemy stood north of radar bunker. Так... Вот он, давай, ралли постоянно. It's down, it's down. Аккуратно тут противник, может быть. One guy still alive, you got away over there. Thank you. Yep, copy. Готово. Ах, а вот ралли, противник прямо на нас. Не травишу. Пометки противник, пометки противник. Или свои. Сейчас его вынесли, тут там у них ралли, арты убрали. Отлично. Держите флаг, поставьте мины. Там должен быть на у нас один чувак на флаге. Поставьте мины. Из запада бежим. А, во флаг-зону. А мне еще стреляют. Это я, сори. Нет, вот отсюда стреляют. Запада, блядь. Запада пехоты дохуя, там, в этой щели там дохрена пехоты. Все понял. Не высовывайся, да, там они будут сейчас радио, а они не кроют, они там. А, оборонись, попробую на прикуртманах пройти. Кажется, ралли к северо-западу от нашего. Outlook, check royal spot. Enemies, probably rally point. Ой, я лучше внутри буду сидеть. Mm-hmm. Миномета. Еще оттуда пехота Enemy идет. Запада пехота еще идет. Зато и зеленый, лорд. Баска, я гонна гоу ту Чамин? Народ, давайте... We'll see if I can reach it. I don't. От раллика идете, к раллику пехота сейчас идет. И много ралликов. Да? С юга или с севера? 8 часов. 7-8. Запад. Их много подходит. I have attack on radar bunker from west side. Это моя граната была. Сосед дам пам, Так, продолжаем бункер бронировать. Смотрите, у нас на ралик убивают людей. Это 8-9, они идут оттуда. Почему вы там кинули? Где бы вы карты кинули? В кустах еще, Годал. В кустах перед тобой, по диагонали. Да-да, там лежит один, гранату тут. Левее, Годал, левее, кусты. Да блин, все, я не знаю, как. Я больше вам не помогаю. Я своих убиваю. Ролик уничтожен. Я возьму его, возьму. Ролик уничтожен наш. Наш ролик уничтожен. Блять. Флаг нормально. Поставьте флаг. Ролик. Ролик поставить надо. Ой, всех на западе убили, они еще могут на западе пройти. Ставьте ралик, наверное, вот здесь где-нибудь. Давай человека. Берем ТВ и радио. Все на флаг, блядь. Чуваки, куда вы? Сейчас ралик поставят. Very nice, very nice. СССР Кертер. Стреляйте, стреляйте. Убивают, я не понимаю. Они оттуда. Донбасс сказал, к нему вот рекорд манор. 7-8 часов.
Say that again, CC. Brickcourt Manor, can you attack it? Ой, они как-то ровно на юге один гад теперь. Они обходят за забором. Так, да, у нас убивают людей на флаг, во флаг-зоне, народ. И они, да, они на они юге там стреляют. Да, да, на юге. Да, уже с юга. SSC have attack on bunker from south. Арта уже дома кидает. А вы dead spawn on bunker. Вот теперь надо подойти к dead spawns bunkers срочно. They're coming from south. Come on, people. Tell your motherfuckers. We won't hold on crossroads for long. Хотя нет, нет, они все. Yeah, okay, Dromas. Then you switch to grunge, I mean. Oh no, no, bunkers, bunkers. Copy. Yes. Так, сюда смотрите вот по метке. Там есть, там хотели say we're leaving farm undefended. Там Фокс сидит где-то там. Я воль. А если инженер починить минометик? Enemy is too stupid to attack it. Там, по-моему, в бункере Амакит был. Не хочу менять Гивехор. Это Тандерман убил. Тандерман на западе. Другой отряд теперь атакует, по-моему. Слышу танк. Едет. И машинку. О, спасибо. Машинка проехала через меня. Через меня машинка проехала на севере. И танк едет. И танк едет. Ребят, через меня тоже. Не уходите далеко от бункера. А, этот танк. Танк прям на мне. Прием. Прямо на мне стоит. SSC Stuart, так, на знаки вопроса был Фокинг. Тандерман все еще на западе. Они с запада бегут. И еще испанцы на западе. Вернитесь на фланг. And enemy attack coming from west side. Трое, четверо. Четверо, запад побегает, четверо. Full attack on bunker from west side. В зоне фланга. Четверо. Need dead spawns. Сейчас возьмем. Быстрее на флаг все, блядь. Они сейчас возьмут. Со стороны 5 опять. В бункере много. Со стороны 8 банка. Все, флаг упал. Блять, там еще этот сраный. Ну шо ж вы так, а? Ну! Ну что там, кто там далеко, блять. Удерживаю, как могу. Давайте быстрее. SSC, attack coming to farm from north. It's spotted on the map. Track coming to farm. Нужно больше дыма. Germans, can you switch to farm? Copy. Ну, меня это бесит, когда танки катаются и их нечем убить. Сосим, outkill on my spot, enemy rally point. И чё, там надо раз 10 попасть, чтобы... Copy that, looking for the rally. Да, два раза надо, всё. Ну ладно, у нас 4 флага, надо что-то брать нам, наверное. Да, продолжайте бункер атаковать. Эй, Джамас, enemy in the farm, in the main building. Main building, second floor. Блин, Франк, okay, да. Yeah. На тройняк я потом переставлю бункер манух. Давайте, давайте, флаг падай, быстрее, быстрее. Пока крою. SSC, Outlaw, Manor Spot for Artillery. Флаг зону, кто там на севере далеко? Быстрее, или попробуйте пройти на кроссрод. Блин, я четверых убил, давайте, нахрен, били в точку. На юге от бункера рядом подбегает. У бункера рядом на юге. Эй, бункер, еще один, я пропустил его. Блять, и меня убили. Где все, хоть все хоть? Не добежали, сейчас бэт сам бьют, ралик. А ралли наш. Наш ралли, блять. А было так. Резнемся, быстрее, быстрее, все резнемся. Right. Ждите, ждите. Готов, ралик, давайте, ко мне. 3 секунды. А, блин, они знают, что мы сейчас с этой стороны пойдем. Дымы, 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 дымы. Ща прорвемся.
Быстрее, быстрее, бежите впереди меня. SC Outlook, can you drop smoke? Это без гранат, без дыма. Да, дым, дым. Они знают, что мы идем, надо... Да, всеми силами. Я буду засяду здесь. Гранат кинуть, нет. Так и надо. Outlook, please, artillery on my spot. Do you need smoke or arty? Arty, arty. Copy. На флаг за мной, Окей, ну, в доме где-то есть, кажется, гад, пулеметчик. Первый этаж, Сандермен, первый этаж. Главный вход, глаз перед тобой. Баска, you can... Let your squad as a crunch him in and sneak to gun battery by yourself. Втором где-то тоже. Actually, let your squad attack and go to gun... Okay, well, you can go crossroads also, sure. Вашу сторону Стюарт поехал. А народ, в этом... На втором убил. Займитесь здесь... CC, what do you want me to do? А, его, наверное, убили. Они Скайфлаг. Defend. CC, вы losing manor. Defend record. Donbass, они на севере. Кажется, you can move the gun battery. I'm not sure. А ралик нужен. Не будет ралик, меня убили. Yeah, север, we have a tank here at Manor. Ладно. Ну, блядь, третий отряд. Out tank, behind you, behind you, enemy tank. Enemy tank, just west from our tank. Ну что? Да, тут что тут же. Давайте попробуем от фарм на... Я даже не знаю, на Франкфурт. Давай. 47 тикетов. А, да нехуй, да. Не, ну как, с 13-17 я, блядь, так дрочил там, блядь, и чуть ли не на первых местах мы там. Ну это как, блядь, надо и другими играть? Ну... Ну это вообще, блядь, отвратительно. Я поэтому говорю, что мы сливаем не только потому, что... У нас со стратегией, с тактикой что-то, сколько у нас просто команды слабее. Сейчас ранг поставим, давайте. Да ладно. Нет. И радио, блядь, извини. В последние секунды твой ник показался. It's cursed AFK, CC. What? Oh, okay. Someone in my squad thought you were AFK. Really? I'm AFK? Someone in my squad thought you were AFK because he was in the same spot for a long time. Yeah, that's part of a tactic. Сзади, сзади! Конечно, замес сильный. Но мы могли бы отбить, блядь, точку эту. А, там интер фоткаются. Не интер, американцы. Вот это, может, на гонбаттере, нет? Угу. Может.
Там райд, спрашивай. Это... А чё вы не на бункере? А там, там американцы фоткаются. Вот уроды. Ну, можно посмотреть. Почему там? В городе надо было? Ну ладно. В городе? Ты шмель имеешь в виду? Ну, он прикольный, да, мне он больше нравится. Поехали на шмель туда. Вы, ну, давайте здесь сфоткаемся, да, раз, а уж потом тут, туда сейчас, поедем. Да, сейчас я сфоткаю, пойди. Ой, не убивайте, не убивайте американца, это райдер, или камиканец, или бомбарик. Это из троих. Непонятно. Они что, все решили сюда прийти? Смотрю, еще какие-то американцы. Может, испанцы? Он написал, что они идут, короче. Да. Наши все на флаге, да? А, вот еще радио. Да, вроде как сейчас. Блас, а я тоже понял, там. Там, наверное, райдер, можно сказать. Привет, комментарий. Да. На райдер фоткает. Мы тебя не слышим, камикадзе. Не слышим. Все еще не слышим. Ты, наверное, так весь бой играл, да? Сейчас, сейчас слышно? Да, тихо так. Тихо, тихо. Блин, походу у меня кнопочка. Пипец, а я ж мог так не одну битву пособирать. Да. Hello. Они думают, что ты молчаливый такой бегает. А я, блин. Камикадзе хороший. Так, нет, подождите, еще райдер фоткает. Не стреляйте, хватит. Так, а вы где? Вы где находитесь? Все на гамбаторе. А, окей, бегу. Можно спамнуться. Да я рядом. Как раз испанцы. На, не успел. Надо нам с нашими тегами. Или так понятно? Ну чё, давайте тогда на город. Давай. Бомбарик, Карин, привет. 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 А ты чё из ВК удалился? С тобой не связи, ничего нет. Ну, вот так вот. А вы в город какой хотите? One-one alone, Kerst? What do you mean alone? Like only Russian speaking? I don't know. Yeah, we can take it. Okay. Like, yeah, we won't have a picture with actually Vlasov. We go to Shemin. Okay, I go there. Of course. Карин, что говорил? I'll be right back. Ну куда идти? Шамин, Ле Гранд. Где? Все в Шамин. В Ле Гранд Шамин. C2, 1. Okay, here I am. Ну, Йорос, еще на тебя почему-то не срабатывает. И только вообще. Че не срабатывает? Бисфер? Угу. Ты был фоткаться. Может, ты. Хотела крикнуть в ухо, не получилось. Ага. Идите к флагу. Да. Камин. Вас, вот давай там райдер снимет. Да, да, ща. Райдер, one moment. Нас will take his own picture. Yeah, come back, come back. Big one with the tags. I like the your nick, Lord of Olives. It's funny. Einverstanden. Hey, take one without tags.
Hey, great. Yeah, thank you. Yes, thank you. Режьте его. I will send them to Blasov. Yeah, sure. Yeah. I'll see you. Yes, well played. Yes. Thank you for staying with us, Bomba. You too. А где, кстати, эти фоточки от Рейдер посмотреть? В альбоме? Там же где все другие. Там даже подписано. Я же тебя отмечал. Да? Ух ты. Бомбарик, чё, как оно с испанцами? Да ничего, нормально. Мозги взрываются, ну пойдёт. Какой-то раунд был, по-твоему, спотнут, ну, работал. Сложновато срали. Понимать, когда часть предложения на испанском, часть на английском, блин. И свободы как таковой нету. То есть, так как в других отрядах побегать, полазить одно и не разрешают. А так пойдет. Райдер строгий начальник. Ну, он строгий, да. Он орет, если куда-то далеко уходишь. Прям в колючку. То есть у него свои планы, как бы там что-то запланируют, все, надо срочно бежать. У нас как-то поспокойнее. Паники ну, нет. Он не как офицер с этим, с Баско похож. Они оба эмоциональные, блин. Но хотя бы не Эрвин. Правда, не знаю зачем. Последние там два раунда у меня какого-то хера, хотя прекрасно знает, что я с Блендером вообще не могу контактить нормально. Но соединил нас в пару и отправил просто, так сказать, выполнять задачу. Че, где-нибудь фото своим еще? Не да, надо ли. Мне, конечно, забавно. А вот что так? Чуваки болтливые, там половина офицеров. А ты у кого был? Спарки. И Кнокос потом. Нет, его не знаю. Там не и играл. Геопад, и Прозак. Хотя нет, Прозак все. Почему мы проиграли сегодня? Из-за лохов в команде. Я вот столько это и все. Ты про наш отряд? Нет, наш отряд самый лучший. Ну, кстати, да, весь раунд. Ну, у нас складной ушел с последнего раунда, потому что как бы на час позже начали, и... Мы с немецким складным лучшим отрядом уже... Ты прямо с немецкоговорящими, да? Ну да. А, ты на той стороне был? Нет, я, ну, в смысле, я в Аксисах был, ну, то есть, ну, блин, за наших, за фашистов, блин. Что ты с немцами был? Что ты с немцами был? Ну да. Ну, я понимаю. А чего в их складе не с нами? Так разбежались они уже. Чего они так рано уходят? Не, в игре имеется. Я просто раз... А, вы... Типа, на немецком разговариваешь? Ну, так сложилось, да, исторически. Я, если что, вам кукушку прислал в прошлый раз. А, окей. Он нормально играет, да. Да. Просто он больше не приходил. Да, но я пытался... Ну, в прошлый раз я не заманивал, и, кстати, по счастью, потому что там трэш творился, ну, все помнят. А да, сегодня, сегодня он что-то не поддался. Работа, видимо, что-то еще. Ну, на последнем раунде у меня просто несколько хороших игроков ушло. Из, ну, уже просто спать. Начали же на час позже. А вам давали уже медали, нет, в отряде? Я хз. Ладно, в той компании немцам просто вообще ничего не... Ну, то есть немецкий офицер ничего не давал. Да. У нас были моменты, что и с уничтожением танка были крутые моменты. Вот да, от офицеров зависит. Там у них вообще какая-то история была тогда. Складной кто у тебя? Эстейт. Вот на минуте его фоткать. Он, кстати, не из Германии, он швейцарец. Или не, австриец, точно. Ну что, вот. Что давайте. С акцентом это... таким говорит еще, это забавно достаточно иногда. На бункер, да? Да, на бункер. Да. Не сразу обратил внимание, что у тебя 901 стоит полк.
Идите лучше к стенке. Миномет взрывал пару раз. К стенке какой? К этой? Вот, о, да, вот это. Ща. А, радио, ты не заедешь туда. Угу, тут мины. Тут не проехать. Нет, там есть дорога. Хотя подожди, подожди, стой. Там есть дорога. Стой тут. О, ну идите тогда все, прикольно, где вот знаете, поближе. Вот так. Вот, вот это вот типа там. А, тут нет, пулемет, знаете, тут ники на фоне неба будут, они будут видны на ВКонтакте. Ну хотя ладно, давайте я попробую. Вы фотки делаете? Да. Да. На меня смотреть все. Ну, хватит бегать. Донбасс, ну. А куда выкладывать будете потом? О. Мы выкладываем. ВК. Так, ВК. Группа Forgotten Hope, которая ВК. Прикольно. Давайте теперь к стенке. К стенке? Все к стенке. Давайте все прицелились, типа. Почему я скатываюсь? Ой, нет, ники сливаются. Зайти себе. Ты сядь. Нет, подожди. Нет, ты, не ты. А кто вот это кто? Радио. Вот, да, вот так, на ящике. И... Ну, да, наверное. ДМТВ направо чуть-чуть. Да, тихо, все не двигается. Секунду. Давай. Ты весь перелист на канал делай. Ну что, Влас? Вроде готово. Отлично. Че, еще как-нибудь? Не знаю. С другой стороны залезть? Не, можешь какие-нибудь сценки сделать просто. Да как так-то? Сценки, может, какие-то, не знаю. А давайте вот с этой стороны бункера, где кубик на фоне ратора и флаг. А? А, да, кстати. С другой стороны бункера. Тут такой кубик, и сверху антенна, и ладно. Ну да. Влас где-то тут дым 5 часов. Мешает. Да пофиг, как дым. Чем-то напоминает сцену из спасения рядового ранее. Кстати, может, кто-то на пулемет чадит. Типа, да, кстати, давайте половина перейдет на ту сторону за американцев. Вот типа атакует, мы типа обороняемся. Ну давай, я за американцев. Надо американцев, надо где-то. А, ладно. Надо ехать. Нет, там с манжу на нору можно. Слышно мне сейчас? Сейчас. Отлично. Прикольная штука, я знаешь, для чего хочу использовать? Пойми, что за американцы? На фаер-тимы разделиться, типа в складе. Ну вот когда где-то обороняетесь, сидите, ну флаг какой-нибудь. О, все, хватит. Ну да, удобно. То есть типа как в Project Reality, я не знаю, ты играл, не играл, как локальный чат, ну 3D. Ну типа, ну то есть, конечно, там будет не 3D, да, то есть... Это не будет зависеть от удаления тебя, от другого игрока, но все равно ты будешь понимать, что... О, кстати, Лауфи, если у тебя есть контакты, можешь тоже туда фотки загружать в альбом. Там вроде прав никаких не нужно. Так вы там ралик киньте, когда подъедете. Локин, или тут вообще можно... Говорил, да? Ты только мне же сейчас говорил виспер или да, я могу еще кто-нибудь добавить. А. Да просто я отвечаю так, как не сел. Я, допустим, так использую, когда пилотом летаю. И у меня отдельный виспер, допустим, с Карин с бомбариком был сегодня.
А с кем говоришь, когда пилотом летаешь? Ну, допустим, со вторым пилотом. Один из первых, ну, как ты сделал. Плюс бомбарик, когда у нас разведчик, когда был. Я тоже... Да, ролик где-нибудь постоянно. Так, а с какой стороны? Ты знаешь, что делать? Там есть локальный чат, типа... Камикадзе, давай ролик будет физически на карте, да? Ну, вообще тут камикадзе с этой самой смотрится. И ты просто используешь локальный чат. То есть, например, если ты на танке, то ты с пехотом говоришь в локальном чате. Ну да. Вот, такого нету. А вот. И типа я заметил, ну мы защищали флаг вот этот вот, батарею. Типа сценку такую надо сделать, сценку. Артиллерию. Ну, с севера красивее. Угу. Север там красивее, нас было двое. Да. И типа если бы мы в складном чате говорили, да, мы отвлекали других людей. И там, кстати, за пулемет. Друг друга мы не всегда могли понять, в плане, что... Вообще за пулемет. То есть ты не всегда осознаешь, что вот это касается тебя, да? Если ты повысь просто что-то, может быть... Но надо что-то из Notifier настраивать. Подождите, мы же делаем это... В игре этих чата. Общий, командный и складной. А, давайте. Пускай я буду займу эту позицию. Лох, я имею в виду, ты когда в скваде, распределись, складной этот чат тоже. Распределись. Радио, стань здесь, наверное. Здесь стань. А что, давайте, я игру загружу, шпан тоже подойду. Давай. Так, подожди. Ой, а ты, наверное, вот рядом с Власовым стань, а я вот тебе буду бинокль смотреть. Не бы. Уже не только чуть дальше отойдет. Давайте все американцы немного левее отойдите, а то тут дым, который статично мешается. Так, погодите. Слушай, а в TS Notifier можно как-то настроить, чтобы это не показывалось низко? А в TS-Notifier, по-моему, нету. Я использую другую программу, PlayCloud. Погодите, погодите, 6, американцы 20. Чуть-чуть, вот кто Play впереди, что? Идите чуть-чуть назад, Play подальше Cloud от 6. Нас. Вот, пришли, пожалуйста, текстом. Я пользовался, я еще курвольфом, да, по-моему, тоже работает. Но... А пусть они вот где-нибудь... Там, в тоже не получится. Вот там, в кустах, на метке соберутся у дороги, да? Типа, они готовятся к атаке, сфоткай их там. А потом они выйдут сюда. Сейчас, подожди, подожди, нет. Пока вот тут, вот немного разбредитесь и... примерно в нашу сторону стреляйте, и немцы тоже в их сторону немного. Сейчас, ладно, подожди, мы доснимем, потом эти... Чисто как часа. Я как-то захожу. 13%. 14%. Идем. Нормально, нормально, перейдите туда назад, на... Они не видят твой маркер. Они не видят. А дальше что, к дороге? Они не видят твой маркер. Не видят. Вон там горящая машина, видите, перед вами? Вот там, наверное, соберитесь. Просто понимаешь, этого не будет видно на ВКонтакте. Нет, так ты сфоткай с их стороны. А-а-а. Да, смотри, сначала вот они у дороги за кустами собираются, такого, да? Помнишь, как там было... Типа там переговариваются. Я не помню. Да, кружком пусть они соберутся, типа переговариваются. Думали, как атаковать, короче. Да. Кто-нибудь из американцев видел этот фильм? Ну, то есть, вы помните, как там было? Какой? Пусть кружком просто сядут. Райан, когда один стоит, вот командир пусть стоит, а все остальные к нему лицом встанут и типа слушают его. Давайте у машины. Они в кустах в присядку сидели там. Да, в присядку. Потом там один снайпер остался. Отсюда, вот отсюда смотри. Куда я смотрю? Вот отсюда. Ага. А, вот, вот, вот да, точно. Нормально, да? Чур, немцы спрячьтесь чур. Немного. Ляжьте там. Чур, да, нормально кадр. Пригнись радио. Может мне нотифер... Сейчас, подожди, я нотифер выключу. Ой. У меня что, игра крашнулась? С пулеметом, если лечь, нереалистично будет. Вот. Куда мне встать-то? Так, а что? Я могу на ящик лечь. Не-не, лучше где-нибудь за забором встань, за бревнами. Пока да.
Я альтапнулся, выключить нотифер, и у меня игра не разворачивается. Пиздец. Ну, подожди, может... А, ну, еще альтап... Снайперка на... есть. А, она вылетела. Сейчас, подожди, я быстро зайду, погодите. А с заглёвными это где? А, где-нибудь вот здесь, вот где я сейчас стою. Ад. Просто пока смотрим, пока они атакуют. Но мы их не убиваем, правильно? Просто фавер стреляем. Да, они красиво убиваем. Стоят так. Соблазнение. Сами друг друга убивают. На загрузка идет. Что-то у нас больше, чем американцев. Вы пока можете еще за пару... за минут прийти. Американцы, там надо будет подвигайтесь в нашу сторону, типа атакуйте, я буду убинок. А он еще не сфоткал. Я сфоткаю. А, станьте какой-нибудь. У меня уже загрузка почти. Цепью станьте. Станьте вот перед лицом ко мне, станьте. Американцы, киньте ралик. Ралли есть. И вот чуть-чуть распределитесь шире. Цепью станьте, типа атакуйте нас. Еще чуть больше, еще чуть больше. Еще, и в нашу сторону побегите, я бы сфоткаю. Вы слишком кучно бежите, вас расстреляют. Так, назад вернитесь. Просто не расстреляют. К машине назад вернитесь. Тренировочный лагерь. Да. И широкой цепью. Как немцы. Есть, да, ну, как все. Да, вот так вот, приблизительно вот так, как вы сейчас. Угу. Можно еще кадр, где вы? Ну, в принципе, нормально. Возвращайся. Фильм снят. А кстати, для прикола всем на этот Ромыли, вот эта карта, ну знаете, угу. Вас постели до Варани. Мы раньше да. Снимали там фильм игровой. Да. Понял? Кстати, так и не вышло. В круг. Да, помните, так и не вышло. Красивая, да, но скриншот это остался. В BIOS был еще. Да, еще BIOS был. Очень красиво. Немного вот на север немного отойдите, вот где я прыгаю, немного сюда сместитесь. Вот сюда. Да, все. У кого-нибудь лопатка есть в ките? У кого есть лопатка в ките? У вас лопатка в ките, тут в конце будут все закапывать. Ну, все, тут готово. Теперь типа в атаку, бегите. Да, типа, как учили. Ну, стреляйте, наверное. Только не убивайте. Попал, сори. Я так наугад стрелял, попал. Меня ты убил. Короче, как берсерк учил. Нет, давайте лучше не так. Подождите, нет, так, неправильно. Все неправильно, идите вот сюда. Вот. Переснимай. Вы не бегаете. Прикол в том, что вы не должны бегать, вы должны или сидеть, или стоять, или лежать и просто стрелять. То есть заранее распределитесь, чтобы было красиво, и не двигайтесь. А мой склад, станьте вот здесь, вот у этой стенки. Так, чуть распределитесь, смотрите в их сторону. А вы как-то очень широковато, по-моему. Лафи, у тебя пулемет. А, вон он, вот вы вообще нормально. Я просто тебя не вижу, я хотел бы сфоткать вот... Нормально. Так, можешь здесь пистолет? Или, Лафи? Немцы, стреляйте в ответ немного, да. Хорошо, я буду поверх фаербелл стрелять. Вот так. У меня тут патроны как раз. Последняя обойма, кстати. Мне патроны можешь пополнить. Я на них лежу.
А тут есть там... Подождите, подождите. Стойте там, стойте там, я еще отнимусь. Мне нужен бинт. Мне нужен бинт. Сейчас изму. Подведи, кому бинт? Кому? Кому? Держите, вот. Я вылечил, все нормально? Да-да. Всех вылечил. Это, ну, да, не, американцы, идите обратно, эти стороны немцев, как они стреляют по вам, буду снимать, ну, пару суншотов. То есть вы тоже там так, как вы стояли примерно там, встаньте тут подальше чуть-чуть. Говори, когда стрелять. За колючку там, может быть, даже. Это все немцы, да, что есть? Да. Говори, когда стрелять. Я вот не знаю, мне просто ников не видно немцев, поэтому... Не надо ники. Ну ладно. А, немцы... немцы стреляют... Сейчас, подожди. Да, немцы стреляют. Но с такого расстояния, конечно, постановочный кадр. Чтоб никто не попал. Ой. Так и надо, там у этого медика были. Тихо. Кто тут сядь, вот ты вот ты сядь и стреляй по ним, по этим гадам, да. О, мне красивый какой. Ой, блядь. Мы совершенно всех поубивали. Ну, нормально, нормально. Блин, в бою так они сейчас стреляют, да? Они сейчас нас-то за что? Все, нафоткал? Угу. А давайте тогда, типа, все мертвые в этом в воронке. И одного американца положим. И один с лопаткой должен быть. Лопатка у пулеметчика, по-моему, только. Да, типа, у немцев. А не помню, у американцев как... А, вот она, есть кого-то. Да, с лопаткой он, типа, закапывает всех остальных, а... Все мертвые, все немцы мертвые лежат. Вот, а где? Здесь. Куда? Здесь можно воронку. А. Сейчас суицидимся все. Один с лопаткой пусть стоит рядом. Суицидимся, нет, надо по-настоящему. Какой суицида? Не надо с суицида никакого. Чуть побольше. Подожди, американцы поближе подойдите к ним, а то вы в кадр не попадете. У кого лопатка? Я могу взять. У кого? Ну чё? Вон у... А, кто это? У Лафи. Пусть он встанет где-нибудь на краю ямы. Ага, а нас... Нас трое. И а где еще американцы? Да ну нафиг, я уже с вами буду. Пускай американцы закапывают. Не, нет, ты нас будешь закапывать. Не, пускай американцы закапывают. Не. По фильму немец копал. Я их лопатой пойду тогда рубить. Это в фильме. Я понял, поэтому я их лопатой пойду рубить вместо закапывания. Ну окей. Так, и нам один мертвый американец надо будет. Давайте кто-нибудь, перейдите. А, там именно американец. Да. Нет, это американцы казнят немцев, а я с лопатой на них бросаюсь. Так, давайте, гасите остальных. Да тихо, Лапки, нет, Лапки, ты должен закрыть. Это фильм! Я мщу на вас. Что делаешь? Нет, встань, типа, около тела, как будто ты закапывать будешь. Иди, блаштай, мщу. Встань возле трупов. Да, лопаты. Они хотели, чтобы я вас закапывал, а я за вас мщу. Все вот так. Что-то мы как-то некрасиво. Короче, другая идея, понимаете? То есть они хотели, чтобы я вас закапывал, а я этой лопатой на них кидаюсь, и да. Они меня убивают. Так же красивее. Вот это фильм. Нет, у Спилберга было по-другому. Базуки есть в этом? А, должна быть на этой, на Франкфурте, наверное. На ферме есть. Там у Панцершрека точно будет, ну, базука? Ну, а что еще? А, тут нету... Сори, если что-то не то сделал, потому что, как бы, вроде, я подумал, мы договорились уже так делать. Ну, ладно. Тут нету АПЦ-хи, да, этой? Не получится Мэтта Дэймона отыграть. В следующий раз. А то что-то теперь паришь, что я запорол кино, потому что и по моей идее не получилось, и... Да. Все, так, американцы должны были меня пристрелить.
То есть я должен был одного зарубить, и меня даже не пристрелить. Че, они тут? Все здесь. Можно еще раз. Подождите, так, тихо, не убивайте. Давайте, супер постановочное фото. Нет, немцы, идите вот сюда, где два пулемета, вот сюда вот. Вот кто-нибудь сядьте за него. За него. Два рядом. Я сейчас тоже приеду. Достань нож, кто с биноклем. Вот, а тут вы должны будете типа целиться в них почти в упор. Это бредово, да. А кто-то со штырком, вот Годл, со штырком. Дайте. Все отлично, то мне почему-то на тебя не работает. Это типа прям вот... Мне уже страшно тут. Я еще дымки не вижу. У меня трое американцев вот со штыками. Я пока вам бегу, подожди. Камикадзе вообще с пистолетом. Вы сможете на такой дистанции... Радио, ты не там, ты американец. У тебя есть пистолет, Керст? Да. Это есть пистолет. Готл, ты со штыком бей. Типа бей, но только не убивай. Шаг назад сделай. Короче, вы можете на такой дистанции стрелять, но не убивать друг друга. Я пулемет патрон снять. Друг друга или вас? Блин. Вот, давайте. Тихо, не убейте. Ну все, давай, снимай. Райвер, это для связи. Ага, понял. Я потом закончу. Нормально. Я сижу, сплю просто. Давай, пока. Ребят, спасибо. Пока иду. Давай. Пока всем. Давай, пока. Пока. Все, короче, хватит на это. Да, пошел. Кино кончено. Выкладывай давай это. Так, напомни, пожалуйста, какой ты используешь приложение для антифайера. Не все, пачка. Я сейчас. Текстом только, если можно. Да, сейчас я из игры выйду и напишу тебе.